Пленарное заседание и расширенное заседание экспертного совета по развитию исторического образования при Министерстве науки и высшего образования начинает свою работу. Для вступительного слова мы приглашаем ректора Тюменского государственного университета Романчук Иван Сергеевич. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Спасибо, что вы здесь все сегодня собрались. Для нас это знаковое событие. Это уже второй год мы проводим как раз национальный форум преподавателей истории. Второй год нас поддерживают и личным своим присутствием министр науки и высшего образования Российской Федерации Иван Николаевич Фальков и губернатор Тюменской области Александр Викторович Мор. В этот раз к нам еще присоединился председатель комитета по науке и образованию Государственной Думы Кабышев Сергей Владимирович. Тоже мы благодарны за эту поддержку. И всем, всем, кто сегодня сюда прибыл на нашу духовную столицу нашего региона. Надеюсь, что кто-то уже здесь присутствует второй раз, и это станет доброй традицией постоянно проводить данный форум на нашей Тобольской земле. Надеюсь, вы получите действительно удовольствие от работы, от посещения этого города, от экскурсий, и вообще хорошо проведете время, но в том числе и с пользой. Я всех еще раз благодарю. Спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. С приветственным словом к участникам форума обращается председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего, хотел бы поздравить Валерия Николаевича Фалькова, позавчера отметившего свой день рождения. Признателен вам, уважаемый Валерий Николаевич, за чуткое отношение к потребностям исторической науки и образования. Искренне благодарен и губернатору Тюменской области Александру Викторовичу Мору, поддержавшему предложение вновь провести национальный форум преподавателей истории именно на Тюменской земле. Все здесь в буквальном смысле слова проникнуто духом истории. Как вы знаете, сам Тобольск был основан в далеком XVI веке, являлся форпостом России в Сибири, а чуть позже и центром Сибирской губернии, простиравшейся от Урала до Тихого океана. Здесь хорошо помнят и чтут свою историю. Не случайно отделение Российского исторического общества в Тюменской области, костяк которого составляют историки-преподаватели, является сегодня одним из самых эффективных в стране. Насыщенность рабочей программы форума свидетельствует о том, что наше сотрудничество с Министерством образования и науки России развивается успешно. Знаю, что учтены практически все предложения Российского исторического общества как центра ответственности по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки история и археологии. Мне кажется, на следующем этапе было бы хорошо наладить такую же работу по аспирантуре. Тем более, что в рамках форума уже обсуждается ситуация в диссертационных советах. У государства и общества есть огромный запрос на историков-профессионалов. Не раз говорил о том, что молодые люди с историческим образованием, а тем более остепененные исследователи, без труда могут найти себя в самых различных отраслях, всюду, где работают с информацией.
История как дисциплина имеет глубокий мировоззренческий характер, но при этом научную природу. Для государства важно, чтобы каждый молодой человек, вне зависимости от того, на каком направлении подготовки он обучается, обладал бы базовой исторической грамотностью, осознавал бы свою ответственность за прошлое, настоящее и будущее России. Благодаря совместным усилиям Министерства высшего образования и науки России и Российского исторического общества в этом учебном году во всех вузах страны стартовал существенно расширенный и обновленный курс «История России» для студентов неисторических специальностей. Это огромный шаг вперед, ведь с увеличением выделенных на историю часов возрастает востребованность молодых преподавателей, укрепляется положение исторических кафедр, растет их авторитет. В помощь преподавателям еще в прошлом году, обратившимся с соответствующим запросом, на площадке Института российской истории Российской академии наук стартовала работа над новым учебником по истории России для высшей школы. Планируется, что это будет учебник с единым содержательным ядром, но при этом в 6 разных вариантах, в зависимости от отрасли подготовки студентов. Это, к примеру, может быть инженерное дело, сельское хозяйство, медицина или другие направления. Добавлю, что разрабатывая новые учебники для вузов, мы должны исходить из принципа преемственности между ними и новыми едиными учебниками по истории для школ. Речь в данном случае, разумеется, идет не о дублировании школьного материала, а о сохранении структуры его изложения, о преемственности в оценках ключевых исторических событий. Понятно, что в высших учебных заведениях обучаются люди постарше, поэтому учебники для них будут посложнее, с более широким многообразием трактовок. Ну а в том случае, если новые учебники для вузов хорошо себя зарекомендуют, опыт их подготовки вполне может быть применим и к совершенствованию школьной линейки учебников. Исходим из того, что эти учебники должны попасть в вузы уже в следующем учебном году, а до конца первого квартала 2024 года считал бы правильно предусмотреть их широкое профессиональное обсуждение. Попрошу членов экспертного совета по развитию исторического образования и Миноборнауки России, прежде всего членов Российского исторического общества, ответственно подойти к решению этой серьезной, затрагивающей всех нас задачи. Благодарю за внимание. Слово предоставляется министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Николаевичу Фалькову. Уважаемый Александр Викторович, уважаемый Сергей Владимирович, коллеги, приветствую вас на втором национальном форуме преподавателей истории. Это сегодня основная площадка по выработке подходов к развитию высшего исторического образования в России. Благодарен Сергею Евгеньевичу Нарышкину за поддержку этого форума на протяжении вот уже 2 лет. В прошлом году здесь, в Тобольске, широко обсуждалась необходимость комплексного обновления курса истории России для неисторических направлений подготовки. Речь шла о том, чтобы этот курс преподавался в объеме не менее 144 академических часов в формате очного общения преподавателей и студентов. Содержание курса и планку требований к результатам его освоения задает утвержденная в феврале концепция преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки. Хотел бы поблагодарить Юрия Александровича Петрова за большой вклад в ее разработку.
и организацию профессионального обсуждения. В сентябре обновленный курс истории стартовал, как сказал Сергей Евгеньевич, во всех вузах страны. И принципиально важно, чтобы он читался именно так, как был задуман, с упором на контактную работу. И я даже больше того скажу, у нас и контактная работа может трактоваться по-разному, поэтому с как можно большим объемом живого личного общения со студентами, с грамотным балансом лекционных и семинарских занятий, с привлечением молодых талантливых преподавателей. Рассматриваем введение этого курса как широкое окно возможностей для исторических кафедр в части развития их кадрового потенциала. Вы, кстати, помните, мы затрагивали этот вопрос в прошлом году. Все-таки то, что мы с вами делаем на протяжении последних лет, это хороший сигнал университетам, руководству университетов, тому, чтобы поддерживать и развивать кадровый потенциал исторических кафедр. К сожалению, я знаю это, было время, когда не лучшее для историков, когда объем часов сокращался, и, в принципе, только лишь профессиональное ядро, профессиональная подготовка историков в тех или иных университетах и спасала кафедры и коллективы профессионалов. Подготовка текста учебника уже стартовала. Для удобства преподавателя он будет состоять из 30 глав в соответствии со структурой курса. В нем будет содержательное ядро и материалы об истории тех отраслей, которые изучают студенты. По замыслу составителя эти отраслевые сюжеты будут органично вплетаться в общий рассказ об истории России. Предусмотрены варианты учебников, как опять же отметил Сергей Евгеньевич, с компонентами по истории инженерного дела, транспорта, медицины, народного образования, культуры, сельского хозяйства и многого-многого другого, поскольку у нас 9 предметных областей и 58 укрупненных групп специальностей и направлений. Поэтому вот такая отраслевая история, я хочу отдельное внимание обратить, мы должны понимать, что это прямой путь к мотивации и заинтересованности студентов, потому что это непосредственно связывает, собственно, историю и те предметы, то профессиональное образование, которое они получают. В этой связи считаю принципиально важным сохранять память о выдающихся деятелях науки и техники, вклад которых принадлежит всему человечеству. Конечно, нельзя не сказать и не прокомментировать. Вот у меня глубокое разочарование вызвала новость буквально на днях о том, что коллеги одной из стран решили снести памятник выдающемуся математику, организатору космической программы Мстиславу Всеволодовичу Келдышу, установленный в Риге, в городе, где он родился. Потребность в защите исторической правды актуализирует запрос на подготовку профессиональных историков. Сегодня обучение по историческим специальностям ведется в 141 университете нашей страны. Количество бюджетных мест по укрупненной группе специальностей направления история и археология растет год от года. В этом учебном году по программам бакалавриата и магистратуры было выделено 5321 бюджетное место, что пусть не намного, на 147 мест, но тем не менее больше, чем в прошлом году. Здесь важна динамика. В большой семье российских вузов год назад присоединились университеты Новороссии. Суммарно Луганской и Донецкой народным республикам, Херсонской и Запорожской областям на этот год было выделено 411 мест. Вот уже третий год подряд мы сотрудничаем с Российским историческим обществом как с центром ответственности по распределению бюджетных мест. Учитывая этот позитивный опыт, я полностью поддерживаю предложение распределять не только бюджетные места в специалитете, бакалавриате, магистратуре, или как в будущем мы планируем по программам базового и специализированного высшего образования, но и, конечно, на уровне аспирантуры. Отмечу, что как правило, выбор в пользу исторических специальностей делают мотивированные подготовленные абитуриенты. Свидетельством тому хороший средний балл ЕГЭ среди ребят, поступающих на исторические факультеты. Он превышает 75, в то время как в целом по стране 78. Я для примера могу сказать, коллеги, что у нас на инженерно-технические специальности направлений принципиально иной балл. Там, правда, и мест бюджетных может меньше, но тем не менее историки могут гордиться. 75 средний балл – это очень хороший качественный состав студентов. А университет, как мы с вами понимаем, это три единства. Собственно, хороший студент, прекрасный профессор, вовлеченный, ну и та атмосфера, материально-техническая база для гуманитария в данном случае, это просто место, где выстраивается это взаимодействие. Вот
такой средний балл позволяет надеяться на то, что и у нашей исторической науки, и историческое образование хорошее будущее. Считаю важным обеспечить все необходимые условия для подготовки историков-профессионалов, зная, к примеру, что не во всех вузах удается направлять студентов, будущих археологов, на выездные летние археологические практики, приобретать для этого соответствующее оборудование. На днях мы говорили об этом с коллегами, надо отдать должное, эта тема достаточно давно поднимается. Николай Андреевич Макаров, академик, вице-президент Российской академии наук, он и по должности, и по зову сердца призван защищать историю и археологию, и он на всех наших встречах об этом напоминает мне. Я думаю, необходимый ресурс мы для этого найдем, причем не только организационный, но и соответствующее финансирование. И в этой связи я хочу сказать, что часто приходится в последнее время слышать, а какие изменения будут в связи с тем, что мы хотим трансформировать систему высшего образования. А все изменения будут вот, в том числе такие назревшие. У инженеров это продление срока обучения, поскольку зачастую за 4 года инженера сложно подготовить, но за счет того, что дополнительный год будет дан на профессиональную практику инженера. У историков в каком-то смысле относительно сроков обучения историки сами примут решение. Мы в этом смысле поддержим, как министерство, любое решение сообщества. Программы могут быть разные в зависимости от сложности, от степени задач. Но то, что надо решить вопрос с практиками, прежде всего археологическими, мы вот этот вопрос на особый контроль. И при всех изменениях, которые сейчас и в законы, и в подзаконные акты будем вносить, мы это, безусловно, предусмотрим. Но дополнительно мы решаем вопрос, чтобы это обеспечилось отдельным финансированием. В прошлом году в рамках исполнения поручения президента России Владимира Владимировича Путина нами, Министерством науки и высшего образования, был разработан новый перечень специальностей и направлений подготовки, который вступит в силу с 2025 года. Вернее, он должен был бы вступить. Мы этот перечень сейчас, с учетом новых целей и задач, отдельно еще пройдемся, посмотрим. И в этой связи я знаю, что есть целый ряд обращений по поводу разного рода направлений подготовки, сохранить, либо что-то с чем-то объединить. Могу вас заверить, мы тоже очень внимательно и бережно к этому отнесемся. Уважаемые коллеги, я затронул лишь часть нашей общей повестки, знаю, что здесь уже обсудили ряд других не менее насущных вопросов, поэтому с удовольствием выслушаем все предложения, которые выработаны здесь или с которыми вы приехали. И в завершении, кстати, хотел бы несколько добрых слов сказать, во-первых, в адрес губернатора и правительства Тюменской области. Мы второй год здесь, в городе Тобольске, на известной всем земле. Александр Викторович, спасибо за поддержку этого мероприятия. Я думаю, не открою тайну, если скажу, что у нас замысел с вами и с Российским историческим обществом сделать, уважаемые коллеги, это мероприятие традиционным. Более того, я рискну даже, мне кажется, было бы правильно в будущем активно вовлекать не только преподавателей, приглашать руководителей, то есть заведующих кафедрами, директоров профильных институтов, руководителей научных учреждений, но и учителей, потому что школа неразрывно связана с университетами. От результатов работы школы зависит качество преподавания в университетах. Наши задачи, которые мы с вами себе ставим, они неразрывно связаны с профориентацией, с более тесным взаимодействием. Поэтому мне кажется, что есть большой потенциал, и если не будет возражений, я обещаю обсудить с министром просвещения и с министерством в целом этот вопрос. Мне кажется, было бы разумно на будущее приглашать еще и учителей с тем, чтобы обмениваться и вырабатывать вместе решения. Отдельные слова благодарности мэру города Тобольска Максиму Викторовичу Афанасьеву. Он второй год лично с нами присутствует. Это не рядовое мероприятие. Это чувствуется по атмосфере и по отношению. Ну и, наконец, я хочу обратиться к вам, уважаемые преподаватели, дорогие друзья. Во-первых, поздравить вас, потому что не так часто вы собираетесь. Для профессионального сообщества любого это очень важно. Это возможность, с одной стороны, нам, как регулятору, получить обратную связь. Знаете, даже час-полтора работы здесь с вами – больше получаешь по косвенным, прямым каналам информации, понимаешь настроение, которое царят в аудиториях, понимаешь болевые точки,
понимаешь устремления, которые есть. Ну и для самого профессионального сообщества, мне кажется, это всегда очень полезно. Поэтому давайте, если будет такая поддержка, рассматривать Тобольск не только как историческое место силы, но и точку, которая может быть местом приложения для развития исторической науки и исторического образования. Да, и, конечно, я поблагодарил всех, вот Николай Андреевич посмотрел, у нас очень добрые, очень теплые и хорошие партнерские отношения с Российской Академией Наук. На будущий год Российской Академии Наук 300 лет. Само по себе это уже примечательный факт. Это интеллектуальная корпорация. С каждым годом становилась все более сильнее. Роль Академии Наук в развитии и России сложно переоценить. В том числе, кстати, всех гуманитарных, социальных наук и истории. Поэтому я хочу поблагодарить Геннадия Яковлевича и представителей сегодня, кто у нас Академии наук, прежде всего в лице Николая Андреевича, тоже за неизменную поддержку, поскольку большая академическая наука, без нее немыслимо историческое образование. Ну а поскольку на будущий год юбилей, 300-летие, можно будет подумать, хоть мы здесь собираем преподавателей истории, и основной акцент у нас все-таки сделан на образовании, но современное образование, мы с вами знаем, немыслимо без науки. Поэтому, может быть, на будущий год подумать и сделать расширенную секцию, посвященную вопросам исторической науки, либо каким-то периодам, с тем, чтобы пообстоятельнее здесь поговорить. Ну и также еще раз напомню, что без учителей нам тоже не обойтись. Давайте работать вместе. Дорогие друзья, я поздравляю вас. Как вот в свое время услышал однажды хорошую фразу, когда собираются такие умные люди, люди, которые хотели бы поделиться, это своего рода интеллектуальное пиршество. Вот я за то, чтобы сегодня все хорошо пообщались, обменялись, набрались сил. Погода даже пока еще хорошая в Тобольске, хотя она изменчива. Ну и, конечно, буду признателен вам за помощь и поддержку, а мы стартуем по существу сегодня, за помощь и поддержку в обсуждении учебника истории. Он, как вы знаете, верстается, идет подготовка, но мы очень бережно, осторожно будем двигаться, обсуждать на самых разных площадках и рассчитываем на вашу помощь. Спасибо огромное. У меня есть еще одна почетная миссия, я сейчас с удовольствием ее исполню. Валерий Николаевич, спасибо большое, но просим вас остаться на сцене для вручения благодарственных писем участникам форума. Итак. Благодарственные письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за личный вклад в развитие исторического образования вручаются Алиевой Людмиле Владимировне, директору Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета. Ананченко Алексею Брониславовичу, директору Института истории и политики, заведующему кафедрой новейшей отечественной истории Московский педагогический государственный университет. Бабковой Галине Олеговне, руководителю школы исторических наук, Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики. Гакуеву Руслану Григорьевичу, председателю правления Российского исторического общества и исполнительному директору фонда «История Отечества». Голдину Владиславу Ивановичу, директору Центра исторических и политических исследований Севера и Арктики, Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова. Леонову Михаилу Михайловичу, проректору по воспитательной работе и молодежной политике, заведующему кафедрой отечественной истории и историографии Самарский национальный исследовательский университет академика Королева. Любиченковскому Сергею Валентиновичу, заведующему кафедрой истории России, Оренбургский государственный педагогический университет. Маслюженко Денису Николаевичу, директор гуманитарного института Курганский государственный университет.
Петровичевой Елене Михайловне, директору Гуманитарного института, заведующей кафедрой истории России, Владимирский государственный университет имени Столетовых. Пономаревой Марии Александровне, директору Института истории и международных отношений Южный федеральный университет. Рябухе Юрию Валерьевичу, доценту кафедры истории и политологии Мариупольский государственный университет имени Куинджи. Тимофеевой Елене Георгиевне, профессору кафедры истории Астраханский государственный университет имени Татищева. Харутдинову Рамилю Равиловичу, директору Института международных отношений Казанский Приволжский федеральный университет. Шилову Сергею Павловичу, профессору кафедры истории Тюменский государственный университет. Щербине Полине Анатольевне, директору Департамента истории и археологии Дальневосточный федеральный университет. Барышевой Елене Владимировне, декану исторического факультета историко-архивного института Российский государственный гуманитарный университет. Озерниковой Ирине Павловне, доценту учебно-научного центра региональной истории, краеведения и москвоведения Российский государственный гуманитарный университет. Алипову Павлу Андреевичу, доценту кафедры истории и теории исторической науки Российский государственный гуманитарный университет. Луциной Татьяне Юрьевне, доцента учебно-научного центра «Новая Россия. Истории постсоветской России. Российский государственный университет». И благодарность вручается Кравец Виктории Сергеевне, доценту кафедры истории России Южного федерального университета. Большое спасибо. Продолжаем нашу работу, дорогие коллеги. К микрофону приглашаем председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергея Владимировича Кабышева. Уважаемый Александр Викторович, уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги, друзья, приятно видеть знакомые лица. Я рад вас приветствовать на втором национальном форуме преподавателей истории. Хочу подчеркнуть, что я являюсь в Государственной Думе вашим представителем, представляю ваши интересы, комитет по науке и высшему образованию. Иван Сергеевич, все-таки у нас просвещение в другом комитете, поэтому прошу любить и жаловать, и милости просим к нам. Всегда мы готовы откликнуться и защитить ваши права и интересы. Я хочу обратить внимание на то, что буквально, я уже сегодня говорил в Тюмени об этом, на прошлой неделе мы в первом чтении приняли законопроект, в соответствии с которым уточняется принцип гуманистического характера всей системы образования России, вводится уточнение, связанное с традиционными духовно-нравственными ценностями. Предстоит большая работа по пересмотру всех образовательных программ, методик образования в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями России. История России как учебная дисциплина имеет по существу определяющее значение для формирования национальной безопасности и воспитание патриотизма.
Как говорил академик Лихачев, без памяти нет совести. Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти – семейной, народной, культурной. Эта мысль перекликается с пушкинской. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. Поэтому вполне естественно, что вопросы истории в ее ценностно-мировоззренческом влиянии на нашу государственность нашли отражение и на конституционном уровне. Я напомню, что согласно части 3 статьи 67 прим Конституция Российской Федерации чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Хочу пояснить суть этих положений, поскольку есть до сих пор разные кривотолки и смысловые искажения. Названные конституционные нормы призваны воспрепятствовать распространению исторически недостоверных сведений, которые осуществляются в целях формирования искаженного восприятия прошлого и оказания влияния на общественное мнение для дискредитации институтов российской государственности. Обязанность по защите исторической правды конкретизирует фундаментальную идею Конституции, закрепленную в ее преамбуле о почитании памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству. Это предполагает, между прочим, что Конституция, отвергая любые проявления вражды, исходит из принципиальной установки на примирение с прошлым, которое в ее исторической достоверности должно восприниматься с безусловным уважением. Соответственно, государство, заботясь о воспитании гражданина, должно обеспечивать условия для преподавания единой, консолидированной научной позиции по вопросам национального исторического развития, которая бы позволяла гражданину осознать себя в общей и непрерывной судьбе своей страны. Совершенно естественно, что реализация этих конституционных положений на практике требует большой, кропотливой работы научно-профессионального исторического сообщества, совершенствования учебных материалов на основе диалога. Поэтому нормально, что издание единых учебников по истории России 20-го, начала 21 века вызвало оживленную дискуссию, включая различного рода критические оценки. Не скрою, что к нам в комитет поступают многочисленные обращения, жалобы на учебники, уже появившиеся. И я не считаю возможным вступать в эту дискуссию, предоставляю возможность вам провести это обсуждение профессиональное. Вместе с тем, учитывая, что вопросы, которые возникают, связаны с развитием правосознания, и я хочу обратиться к вам, что, может быть, стоит обратить внимание, что в учебниках истории для 11 класса важно раскрыть суть Конституции, именно обновленной Конституции России, прежде всего с мировоззренческих цивилизационных позиций. Показать, что суть конституционной реформы 2020 года не сводится к уточнениям в механизме организации власти, а предполагает более точное, развернутое закрепление идейно-ценностной основы для преемственного государственного правового развития страны. Изменения же во властной сфере, они по сути своей вторичны, направлены на более эффективное обеспечение соответствующих ценностей. В этом плане, на мой взгляд, в учебнике стоит, может быть, не просто упомянуть указ президента духовных традиционных нравственных ценностей, а более предметно попытаться раскрыть, исходя из конкретных актуальных жизненных смыслов, каждую ценность, чтобы они не воспринимались как некая архаика, а были вписаны именно в конкретную современную жизнь подрастающего поколения. И в завершение я хотел бы обратиться к вам, поддержите вы меня или нет, но мне кажется, для повышения статуса отечественной истории в образовательном процессе возможно введение обязательного экзамена, государственного экзамена по
этому предмету. Спасибо за поддержку. Я предлагаю обсудить мои предложения. Ну и желаю вам успешной плодотворной работы. Всего вам доброго. Спасибо. Сергей Владимирович, большое спасибо. Уважаемые коллеги, с нами сегодня губернатор Тюменской области Александр Викторович Мур. С удовольствием представляем ему слово. Добрый день, уважаемый Валерий Николаевич, Сергей Владимирович, уважаемые коллеги. Я всех приветствую на гостеприимной исторической Тобольской земле. Благодарю Министерство науки и высшего образования, Российское историческое общество, Российский государственный гуманитарный университет за право вновь проводить этот форум. И горячо и полностью поддерживаю предложение Валерия Николаевича сделать этот форум традиционным. Мы готовы с большой радостью принимать и в этом составе, и в более расширенном составе вместе с преподавателями, учителями истории в школе в Тобольске, и будем к этому готовиться. На прошлой встрече активно обсуждался проект концепции преподавания истории России для неисторических направлений подготовки в высшей школе. И для нас отрадно, что это обсуждение было максимально практически полезным, поскольку после этого обсуждения в последующем эта концепция была утверждена. В Тюменской области историческое образование занимает очень важное место в системе высшего образования. За последние 3 года количество бюджетных мест на подготовку учителей истории выросло в 1,5 раза, а на подготовку профессиональных историков почти более чем в 3 раза. И все это, конечно же, говорит о стремлении молодых людей знать историю нашей Родины. И я уверен, что для всех студентов, всех преподавателей и исследователей нашего региона проведение 2-го национального форума – это очень знаковое событие. Ну и коли уж пошли предложения, у меня тоже есть одно небольшое предложение. Сразу же тишина в зале появилась. Значит, в прошлом году на федеральном уровне создан молодежный клуб Российского исторического общества. А в следующем году у нас будет небольшой юбилей, 10 лет создания Тюменского отделения Российского исторического общества, об эффективности работы которого говорил Сергей Евгеньевич. Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность создания молодежного подразделения Тюменской области. А в следующем, на следующем 3-м форуме, здесь, в Тобольске, предлагаю организовать отдельную молодежную секцию Национального форума преподавателей истории. Надеюсь, что сегодняшняя дискуссия здесь, в Тобольске, пройдет также максимально полезно, и выработаются решения, которые будут в дальнейшем приниматься для развития отечественной исторической науки. Желаю всем продуктивной работы. До новых встреч. Большое спасибо, Александр Викторович. Уважаемые участники, участники пресс-подхода приглашаются в зал Сибирской Геральдики. Пожалуйста, пройдите на 3-й этаж. 5 минут технический перерыв, коллеги. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 2-й раз на Тобольской земле, в первоначальной столице бескрайних сибирских просторов российского государства, проходит национальный форум преподавателей истории. И мне хотелось бы начать свое обращение к участникам форума со слов выдающегося российского ученого, деятеля культуры, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. В своих автобиографических записках «Как мы выжили» он написал: «Память и знания прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным, одухотворенным. Если вы не видите за окружающим вас миром его прошлого, он для вас пуст. Будем знать историю, историю всего, что нас окружает, в большом и малом масштабах. Ведь это 4-е очень важное измерение мира».
Такая связка между знанием истории своей страны и способностью народа и государства устоять, сохраниться и найти в себе силы для развития в самых жестких обстоятельствах не случайно. Понимание значения этой связи присутствует практически во всей истории человеческой цивилизации. Элементы исторических знаний включаются в процесс образования и воспитания юношества уже в античном Риме, древнем Китае. А в новое и новейшее время изучение истории утверждается в качестве неотъемлемого компонента школьного классического университетского образования во всем мире, интеллектуальной культуры в целом. Однако помимо знания истории необходимо ее понимание, осознание уроков прошлого, особенности переломления истории в сегодняшнем дне, а также уважительное отношение к истории своей страны и своего народа. И здесь на первый план выступает миссия педагога, учителя, преподавателя, который не просто передает учащимся набор исторических фактов, но превращает их в средства воспитания, формирования исторического сознания и гражданской позиции школьника, а позже и студента. В настоящее время в условиях множественности концепций исторического процесса, зачастую базирующихся на тенденциозном отборе и субъективной интерпретации событий, история нередко превращается в информационное оружие, направленное только на ум, но и на сердце поколений. И если не осознать и не понимать всех последствий такой тенденциозности и фальсификации, то история страны из инструмента укрепления и консолидации всего общества превращается в источник, подогревающий социально-национальную вражду. Я уверена, что все вы, уважаемые коллеги, это отлично понимаете. И на этом строится поддержка тех шагов, которые предпринимает государство в лице Миноборнауки России и профессиональное сообщество в лице профессионалов с большой буквы, работающих в образовательных и научных организациях. Кратко обозначу эти шаги, направленные на формирование выверенных механизмов, работающих на то, чтобы история как учебная дисциплина стала надежным педагогическим инструментом, который формирует личностные качества молодого человека. Качеств, необходимых для консолидации российского общества, обеспечения его суверенного развития и преодоления современных вызовов. Прежде всего, это изменение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в июле 2022 года. В них был закреплен минимальный объем курса – 4 зачетных единицы и доля учебного времени, связанная с контактной работой преподавателя со студентами – 80% для очной и 40% для очно-заочной формы обучения. Вторым важным шагом явилось утверждение в феврале 2023 года концепции преподавания курса истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки. Основная цель концепции – создание единой методологической основы для формирования, содержания и методов, используемых в подготовке и реализации образовательных программ соответствующей направленности. Третьим важным шагом стала масштабная реализация Российской академии образования совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Российским историческим обществом, Российским государственным гуманитарным университетом, программа повышения квалификации преподавателей истории России. Ну и, наконец, с февраля по июнь был создан учебно-методический комплекс, включающий в себя пакет материалов, необходимых педагогу для формирования собственной рабочей программы. УМК был направлен во все вузы Российской Федерации в июне 2023 года. Российская академия образования активно включена в реализацию всех практических указанных шагов. Где-то на экспертном уровне, где-то в качестве активного исполнителя. Это не случайно. Мы видим, понимаем развитие методики содержания исторического образования в нашей стране как одну из своих ключевых задач. Следует отметить, что вопросы преподавания истории в школе и вузе всегда занимали важное место в деятельности академии, 80 лет которой мы отмечали в эти дни. В научной работе Академии с момента ее основания, начиная с первого президента Академии педнаук РСФСР Владимира Петровича Потемкина, принимают участие известные ученые-историки, профессора, организаторы исторической науки и образования. Достаточно назвать несколько имен. Сергей Данилович Сказкин, Милица Васильевна Нечкина, Сигурда Отыч Шмидт, Иван Антонович Федосов и другие. Хочу с гордостью сказать, что было 36 историков, членов и членов-корреспондентов АПН и РАО. Российская академия образования включена в реализацию ряда научно-педагогических просветительских проектов, связанных с преподаванием истории, в том числе внедрение в практику концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, которая была принята в начале этого года. В частности, очень полезным был опыт проведения в мае-июне этого года под эгидой РАО курсов повышения квалификации для преподавателей истории в неисторических вузах, который прошел во всех федеральных округах. Проект, осуществленный силами профессора ГГУ ведущих специалистов Института российской истории РАН, охватил 8 федеральных округов и дал живой позитивный отклик педагогического сообщества. На различных площадках Академия в ходе конференций, семинаров, деятельность научных центров
находит отражение темы исторического образования как платформы патриотического воспитания школьников и студентов, нередко начинающих с истории нашей малой родины, семьи, истории своего вуза и отрасли. Собравшимся здесь сегодня педагогам нет необходимости объяснять, что история – это огромный яркий мир, дающий широкие возможности для непрерывного профессионального и личностного роста, образования, самообразования. Формирование актуальных методических подходов в преподавании истории всегда представляло простор для творчества педагогов и самих учащихся. Серьезные тенденции модернизации исторического образования, с нашей точки зрения, должны найти свое продолжение в целенаправленном развитии системы исторического просвещения, затрагивающей не только детей и молодежь, обучающихся в образовательных организациях, но и более масштабные группы граждан нашей большой страны. Центрами такой работы могут и должны быть как вузы, так и академические научные организации, в числе которых Государственная академия наук. И в этом направлении нам также предстоит большая интересная работа. Приветствую участника Тобольского форума, который с первого момента проведения стал центром объединения лучших сил отечественной педагогики и исторической науки, хотелось бы сказать слова благодарности и уверенности в том, что преподавание истории в настоящее время обретает новые импульсы развития и роста, обращаясь одновременно к инновациям и к своим лучшим традициям – академизму, фундаментальности, гражданственности. Российская академия образования, с своей стороны, готова всемерно поддерживать эти тенденции в своей научно-теоретической и просветительской деятельности. И в завершении хочу пожелать всем участникам форума продуктивного профессионального диалога, интересных контактов, обмена профессиональными наработками и выработки консенсуса в отношении и решении проблем и выполнения актуальных задач развития исторического образования в стране. Уважаемые коллеги, переходим к пленарным выступлениям. И с большим удовольствием первым приглашается заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, сопредседатель Российского исторического общества Константин Ильич Могилевский. Тема доклада «Развитие исторического образования в высшей школе. Промежуточные итоги и перспективы». Уважаемые коллеги, дорогие друзья, товарищи по Российскому историческому обществу, я рад всех видеть здесь, рад всех приветствовать. Благодарю, конечно, тех, кто работал, трудился над подготовкой этого форума, коллег из Российского государственного гуманитарного университета, из Тюменского университета, Тюменского регионального отделения РИО. Всем большое спасибо, кто делал эту большую работу. И моим коллегам из министерства тоже большое спасибо. Мы год назад провели здесь первый национальный форум преподавателей истории, тем самым заложили хорошую традицию. Возникла новая площадка для совместного решения задач по развитию высшего исторического образования. Это важно и для министерства, и для Российского исторического общества, для всего историко-педагогического сообщества. Ну, конечно, по наиболее чувствительным вопросам мы взаимодействуем на ежедневной основе. Как уже говорили сегодня и Сергей Евгеньевич, и Валерий Николаевич, еще в июле 2021 года Российское историческое общество и Федеральное архивное агентство министерством были возложены полномочия Центра ответственности по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «История и археология». Это предполагает возможность участия в формировании совместно с Миноборнауки России общего объема контрольных цифр приема по нашей ОБСН и, соответственно, последующем распределении между регионами. В целом, количество бюджетных мест на исторические специальности в общем объеме КЦП относительно невелико, меньше процента, хотя потихонечку растет. Работа по распределению этих мест в межрегиональном разрезе проводится очень серьезно, и расцениваем ее как эффективно. Из министерства видно, что ни по одной другой ОГСН настолько качественно не работает центр ответственности, как по историческим наукам. Руслан Григорьевич Гакуев подробнее расскажет, а я только отмечу, что в прошлом году нам с вами удалось сгладить резкое снижение объема выделяемых бюджетных мест на исторические специальности в Татарстане, Башкирии, Адыгее, Ростовской, Самарской, Кировской и Томской областях.
Кроме того, после определенной паузы в подготовке магистров-историков бюджетные места были вновь выделены в достаточном объеме Республике Коми, Удмуртской республике, Владимирской, Оренбургской, Орловской и Ленинградской области. Вопрос распределения контрольных цифр приема неизбежно заставляет задуматься о том, куда же именно трудоустраиваются выпускники-историки. Сейчас, по нашей просьбе, коллеги из Высшей школы экономики проводят соответствующие исследования. Мы говорили уже не раз, и сегодня это тоже звучало, что хорошо подготовленный историк является своего рода универсальным аналитиком, востребованным всюду, где требуется работа с информацией. И в средствах массовой информации, и в бизнесе, и на госслужбе. Но вот, коллеги, я адресую этот вопрос себе. Я настроен, конечно, в целом самокритично, но при всем при этом не могу сказать, что, будучи по образованию историком-архивистом, работаю не по специальности. Кстати, вот показательный пример. Если взглянуть на статистику средней зарплаты выпускников, то лидировать в рамках нашего ГСН «История и археология» по этому параметру будет направление подготовки документоведения и архивоведения. Но это свежие выпускники, поэтому это такая чистая статистика, и зарплата заместителя министра на эту статистику не влияет. Другое дело, что при этом кадровые потребности архивной отрасли по-прежнему не закрыты. И отсюда вывод, что весомая доля молодых архивистов уходит в коммерческий сектор. Частные архивы, генеалогические конторы, кадровые службы и так далее. И это, конечно, проблема для Федерального архивного агентства, в первую очередь, как основного заказчика. Ведем по этому поводу с Федеральным архивным агентством диалог. Добавлю еще, что на последнем заседании Совета по архивному делу при Росархиве, который прошел не так давно в Санкт-Петербурге, со стороны администрации президента России ставился вопрос о возвращении историко-архивоведческого образования. Сегодня на старших курсах при подготовке по специальности документоведения и архивоведения основной упор делается на узкопрофильные, прежде всего, юридические дисциплины. Хотя, на мой взгляд, согласен с коллегами, важнее сберечь традицию общеисторической подготовки будущих архивистов. Еще одна задача, требующая внимания, это обеспечение качества исторического образования на неисторических направлениях подготовки. Ну вот мы посчитали, что с 1 сентября к освоению обновленного курса истории России приступило более 1 миллиона 200 тысяч человек. Этому предшествовала большая подготовительная работа, разработка методических материалов и повышение квалификации преподавателей на площадке Российской академии образования. Большое спасибо за это и Ольге Юрьевне Васильевой, и всем коллегам, кто участвовал в этой работе. В каждом федеральном округе такое повышение квалификации прошло. Но сейчас нам, конечно, важно контролировать ход апробации обновленного курса. Мы проводили срез исторических знаний студентов-первокурсников до изучения истории России в университете и получили, мягко говоря, не самые высокие результаты. Откровенно говоря, совсем печальные. Повторим это тестирование весной, чтобы понять, как молодые люди усвоили материал и подумать, соответственно, что нужно еще сделать, усовершенствовать в наших подходах к историческому образованию на неисторических специальностях. Поэтому уже сейчас от вас нужна обратная связь, чтобы понять, с какими трудностями вы сталкиваетесь на местах. И, кстати говоря, особо обращаю ваше внимание, здесь и руководители некоторых университетов присутствуют, а кто не присутствует, тот, я уверен, слышит нас или услышит. Обращаю внимание на слова министра о том, что такое контактная работа. Хотел бы поблагодарить, кстати, Российский государственный гуманитарный университет и лично Андрея Николаевича Артизова, директора учебно-научного центра историко-архивоведения,
взявшегося за подготовку хрестоматии по истории России для студентов непрофильных факультетов. Основную роль в нашей работе, конечно, будет играть новый учебник, который делается на площадке Института российской истории с привлечением молодых ученых. Однако исхожу из того, что без опоры на источники, пусть даже адаптированные, формирование у студентов исторической грамотности попросту невозможно. Дополнительного внимания в этой связи требуют иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Вот. У них-то в школе вообще никакой истории России не было. И, конечно, важным инструментом работы с ними стали международные исторические школы, проводимые Миноборнауки России и Российским историческим обществом по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. В них на сегодняшний день поучаствовали представители уже более чем 40 иностранных государств. В год в разных местах проходят как минимум две школы, в этом году уже больше. Я благодарен коллеге, тем из вас, кто уже принимал участие в их организации или приезжал на них и выступал в качестве лекторов, преподавателей. Это нужно продолжать. В целом повестка нашей работы очень широка. Знаю, что в рамках форума обсуждалась ситуация с диссоветами. Вы слышали, что министр поддержал предложение сообщества о том, чтобы Российское историческое общество участвовало бы в распределении контрольных цифр приема не только для бакалавриата или базового уровня образования, магистратуры или углубленного уровня, но и для аспирантуры. Мы обсуждали с вами этот важный шаг, будем его воплощать практически. Конечно, очень важный разговор о наполнении национальной электронной библиотечной системы по истории. Издательство «Наука» этим занимается. Поддержка молодых ученых и многие другие темы. Я уверен, что они будут еще неоднократно подняты и в ходе сегодняшнего пленарного заседания, и в ходе нашего неформального общения на полях, что на самом деле не менее, а может быть даже более важно, чем такие официальные форматы. И заверяю вас, что все конструктивные предложения Министерства науки и высшего образования России обязательно возьмет на карандаш. Спасибо. Большое спасибо, Константин Ильич. Следующее выступление академика РАН, научного руководителя Института всеобщей истории РАН, президента Государственного академического университета гуманитарных наук, сопредседателя Российского исторического общества Александра Агановича Чубарьяна. Спасибо, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно, может быть, и видно. Я хотел прежде всего сказать, что, конечно, прошедший год и время после нашего первого форума со стороны Министерства и Российского исторического общества и других организаций сделано немало для повышения качества исторического образования в высшей школе. Здесь министр назвал цифры увеличения приема, и я должен сказать, что это распространяется и на всеобщую историю, которая преподается во всех почти вузах. Кроме того, я хотел бы сказать, что здесь также упоминалась связь средней и высшей школы, что мы сделали первый учебник по всеобщей истории наряду с учебником по истории России. Действительно, много различных откликов идет. А сейчас завершается работа над таким же учебниками 5 по 9 класс. То есть история вся уже в полном комплексе будет с 1 сентября следующего года представлена. Я хотел бы сейчас обратить ваше внимание на работу в области всеобщей истории. Мы при нашем экспертном совете была создана рабочая группа по всемирной истории, и в ее рамках мы провели мониторинг, то есть обратились с письмами в более 100 университетов нашей страны, где запросили и состояние исследований, наличие кафедр, наличие изучили программы, которые есть, научные школы, издательскую деятельность. То есть весь комплекс проблем, которые находятся в ВУЗе. И то, что мы получили, вот я сегодня хочу поделиться, мне кажется, есть предмет для наших раздумий.
Прежде всего, конечно, я констатирую, что всеобщая история сохраняется во всех высших учебных заведениях страны, но она испытывает на себя влияние того, что в ряде университетах исторические факультеты были или объединены с другими факультетами, или с международных отношений, политологии. И в этом смысле пострадавшей стороной, можно сказать, было прежде всего всеобщая история. Эти кафедры часто исчезали. Кроме того, я должен сказать, что в прежние годы и было снижение внимания министерства к историческим наукам, это тоже сказалось на всеобщей истории. Что же мы получили, какую картину? Значит, мы опросили примерно 100 университетов. Из них в 45 университетах, вернее, 55 университетов прислали ответы по всеобщей истории. И вот из этих 55 ответов 45 кафедр всеобщей истории находятся в европейской части нашей страны. Сибирь 6, Урал 4. Все. Совершенно очевидная картина. То же самое касается современных некоторых образований. Это научно-образовательные центры, так называемые НОЦы, и лаборатории. Там такая же картина. Мы имеем примерно 19 центров и лабораторий в европейских университетах, на европейской части нашей страны. А в части Востока и других, Дальний Восток и Сибирь, всего несколько таких центров. В этой связи я думаю, что одна из проблем состоит в том, чтобы обратить внимание на преподавание всеобщей истории в университетах Сибири, Дальнего Востока. По Волжье лучше несколько, мне кажется, дело обстоит, но тоже требует к себе внимания. Следующий вопрос, который мы обнаружили, это резкое падение количества научных школ по всеобщей истории. Их очень мало. Это связано с тем, что объединение, которое я сказал, произошло, и, во-вторых, с уходом из жизни многих известных ученых, с именами которых были связаны эти школы. Я, например, помню, как Пермь была школа англоведения в нашей стране, Казань занимались Францией очень много, ушли эти мэтры, которые это делали, и сейчас школ у нас, научных школ, стало гораздо меньше, если они вообще существуют. Теперь по содержанию. Исследовали все образовательные программы, и я должен констатировать, что то, о чем мы говорили применительно к средней школе, к сожалению, в полной мере распространяется и на высшую школу. Преобладает подавляющее большинство европоцентризм. Меня трудно упрекнуть в недооценке Европы, вся моя жизнь связана с изучением Европы, но я должен констатировать, то, что мы преодолели сейчас в средней школе, нуждается в серьезном внимании в высшей школе. В стране, в вузах нашей страны очень мало проблем, очень мало программ, касающихся Востока, касающихся Азии, Африки и Латинской Америки. Вот мы недавно провели, у нас было в связи с саммитом африканским специальное внимание к проблемам Африки, но это никак не отразилось на состоянии преподавания Африки в различных наших высших учебных заведениях. Я думаю, что эта проблема сегодня одна из самых главных. Это связано с необходимостью подготовки соответствующих кадров преподавателей и целым рядом других вещей, но надо, мне кажется, этим заниматься сейчас вплотную. Причем в этой связи, я думаю, что это как раз Дальний Восток и Сибирь могут быть активно участвовать, сопредельные восточные страны. Это Поволжье, которое также может быть активно привлечено к этой работе, имею в виду и Центральную Азию. Я думаю, что это существенный вопрос. С этим связано и не только преподавание, но и научная работа в этих университетах. Вообще показатели дали нам сведения, что научная работа по всеобщей истории, она в вузах, конечно, там главное преподавание, она тоже нуждается в большем внимании. Теперь я хотел бы сказать, что есть целый ряд проблем, мне кажется, о которых мы должны подумать и, может быть, рекомендовать нашим высшим учебным заведениям обращать больше внимания на эти сюжеты.
Это связано и с современной обстановкой, и с переменами в мире, которые происходят. Я уже сказал, проблемы Востока, африканистика, азиатские страны, но я бы хотел сказать еще некоторые вещи. Нуждается в серьезной поддержке в вузах во всех преподавании и, соответственно, изучение проблем методологии и теории. Это слабое место у нас сейчас. Вы знаете, я некоторое время назад имел контакт с руководителями Донецких и Луганских университетов и был приятно поражен. Когда я спросил для повышения квалификации, какие вам нужны, прежде всего, вы хотели послушать лекции для ваших преподавателей, они все сказали, проблема методологии и теории истории нам очень важна. Значит, это проблема, которая нуждается в изучении. Второй вопрос – это усилить внимание к теме России в мировой истории. Мне кажется, это мы сейчас пытаемся делать и в средней школе, но, конечно, главное – это высшая школа. Нужно в образовательных программах усилить рассмотрение этой проблемы, в том числе и на кафедрах и преподавании всеобщей истории. Третий вопрос – это нужно заняться проблемами колониализма. Я думаю, это тоже задача, которая возникла сейчас, но раньше этим занимались довольно активно. Сейчас очень мало специалистов по этим вопросам, и я думаю, что это можно сделать. У нас лет 15-20 назад очень хорошо занимались экономической историей. Теперь этот сюжет в очень немногих университетах. Применительно к нашей стране и к мировой истории, я думаю, что надо следовало обратить внимание и на это. Наконец, еще один вопрос, очень существенный. Я думаю, что это очень важно, чтобы университеты и вузы включились в эту работу. Требуется новый подход к изучению империй. Вообще, что такое империи, происхождение империй, различные типы и варианты империй. Я думаю, что это очень актуальная и важная задача. И в этой связи я хочу поставить еще один вопрос. И это относится, прежде всего, сегодня и к всеобщей истории, но и к отечественной. У нас никто не занимается странами СНГ. В стране это единица. Раньше, конечно, в советское время это было, входили в общий курс истории Советского Союза или России. Сейчас этим почти занимается очень мало. Между тем, там развиваются очень сложные и важные процессы, которые затрагивают и нашу страну. Вот неделю назад в Астане проходил в Казахстане Евразийский форум. И там впервые, вот за мою практику, я возглавляю ассоциацию директоров институтов истории стран СНГ, был заслушан принципиальный главный пленарный доклад «Колониальная составляющая советского периода Казахстана». Во многих учебниках стран СНГ время и место, когда они находились в составе Российской империи, определяется как колонии, колониальные. Но никогда это не касалось советского периода. Я уже беседовал со всеми директорами в Москве неделю назад. Страны СНГ, они приезжали на большую конференцию к нам. И мы договорились провести такое заседание по теме «Советский период в нашей общей истории». Это относится и к всеобщей истории, конечно, и к истории нашей страны. Но я думаю, что нам надо усилить внимание к проблемам, я уже сказал, империи, сущности колониализма и, соответственно, к изучению вот сопредельных с нами территорий. Я уже сказал про Дальний Восток, Сибирь, но я думаю, и Поволжье. Можем активнее заняться проблемами Центральной Азии. Я знаю, что очень много делают в этом смысле в Казани и в Уфе. Может быть, надо усилить внимание к этим вопросам для того, чтобы дать новые дефиниции, что такое империя, разница империй, что такое колониализм и так далее. Я думаю, что это серьезная и очень важная сегодня задача. Существенно выявились также мы недостатки в том, чтобы в образовательных программах мало проблем, касающихся истории культуры. Ну, я сейчас говорю о культуре, имея в виду больше такой мировой контекст, но я думаю, что эта тема требует и большего внимания применительно и к отечественной, и к всеобщей истории.
Когда я думал вот об этих вещах, то я думал, а как министерство может содействовать этой работе? И как вообще, ну хорошо, мы можем вот дать рекомендации, займитесь этим, займитесь тем. Я думаю, что министерство может это усиление внимания к этим проблемам, может быть, и в виде специальных субсидий и грантов, и в виде мест в аспирантуру, в виде специальных мест на востоковедение, на африканистику. Ведь у нас сейчас при распределении вакансий мы делим специальности. Значит, может быть, надо усилить эту сторону дела, поощрить те университеты, которые занимаются этими сюжетами. А в целом, несмотря на эти несущественные, мне кажется, задачи, которые стоят, в целом у меня сложилось такое благоприятное впечатление. Все-таки мы не потеряли это направление в период, таких сложный период нашей жизни. И я думаю, что надо продолжать работу в этом направлении. Пользуясь тем, что здесь присутствует наш дорогой коллега, замминистра науки высшей школы, я хотел сказать, что мы намечаем, Константин Ильич, мне кажется, в декабре провести очередное заседание деканов и завкафедрами, и я хотел на них обсудить в том числе и эти вопросы. Но уж если откровенно совсем сказать, я хотел бы обсудить и вообще, может быть, образовательные программы на будущее по всеобщей истории. Может быть, не надо такой детализированной, подробной рассмотрение истории каждой сегодня европейской страны, а обратить внимание больше на проблемы, на те проблемы, которые в мире применялись в тех или иных странах. Но это сюжет для встречи. Поэтому, если у Министерства и Российское историческое общество поддержало бы нас, то в декабре месяце, как обычно, мы бы такую встречу провели, на которой, кстати, и обсудили бы те рекомендации, которые будут приняты на нашем форуме. Я тоже хотел бы обратиться с словами благодарности к организаторам сегодняшнего форума и должен заметить, что не в порядке каких-то хвалебных слов, но за прошедший год министерство многое сделало для работы этого форума, для его успешного внедрения в нашу практику. Спасибо за внимание. Александр Аганович, большое спасибо за содержательный доклад. Слово предоставляется академику РАН, вице-президенту РАН, директору Института археологии Российской академии наук, члену Президиума Российского исторического общества Николаю Андреевичу Макарову. Тема его сообщения – археологические исследования в современной России, академические аспекты и общественное значение. Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте вас приветствовать от Российской академии наук. Тобольск не только духовная столица Сибири, не только столица Сибири 17 века. Это и город, через который прошли в 18 веке все академические экспедиции, которые отправлялись в Сибирь. Это место сборки вот этих академических знаменитых экспедиций, так что он имеет прямое отношение к грядущему 300-летию Академии, которое мы будем отмечать в будущем году. И, конечно, тема взаимодействия академической и вузовской исторической науки и вузовского исторического образования – очень важная тема. Она непростая, потому что мы, если говорить откровенно, пережили период, когда эти два крыла исторического цеха находились в конкурентном состоянии, претендовали на первенство и доказывали свою большую востребованность. И сегодня, мне кажется, что наметились очень позитивные процессы сближения академической и вузовской исторической науки. Вот осознание того, что мы дополняем друг друга, институты нуждаются в притоке молодых специалистов, хотя они всегда могут их трудоустроить. И в вузах историческое образование более притягательно, когда оно имеет связь с большими исследовательскими проектами, которые далеко выходят за рамки образовательных курсов и демонстрируют перспективы получения нового исторического знания, как бы погружают в исследовательский процесс. И в какой-то мере это
сближение – это результат политики, в значительной степени это результат политики министерства, но это, мне кажется, какие-то органические внутренние процессы, которые идут в исторической науке. Приходит новое поколение историков молодых, и мы готовы их принять, понимаем, что они как бы нужны и уверены, что они вольются в наши институты. Если сейчас много говорится о том, какой вклад, практический вклад приносит гуманитарная наука, в том числе история, как бы общество, чем она полезна. Если говорить об институтах гуманитарного профиля, то, наверное, одно из самых важных достижений последнего десятилетия – это их вклад в информационную инфраструктуру современной науки, в общественную репрезентацию истории, в историческое образование. Это создание значительных цифровых ресурсов на порталах наших институтов. Это та работа, которая, в общем, никак она не регулировалась, не было специального такого, так сказать, указания, что эти ресурсы должны формироваться. Это какое-то, так сказать, осознание этого вызова, которое было услышано во многих институтах, не во всех, конечно. И вот мы сейчас на заседаниях отделения историко-филологических наук обсуждаем, так сказать, состояние этих ресурсов. Мы видим, что это очень важный, так сказать, массив данных, новые цифровые проекты, которые аккумулируют данные об источниках, это и электронные библиотеки, это и базы данных, это и электронные музейные коллекции, и вот этот русскоязычный историко-филологический научный сегмент интернета, который создан по инициативе институтов, он очень важен, особенно важен сейчас, когда у нас, так сказать, многие каналы репрезентации нашей культуры, они оказались перекрыты, когда наше наследие, так сказать, мы не можем его в полной мере, значит, представить внешнему миру, и вот в этой ситуации, конечно, эти ресурсы очень важны. Нам трудно оценить, сколько, так сказать, представителей вузовской науки и студентов среди пользователей вот этих ресурсов. Я думаю, что их немало. Но вообще, так сказать, обращаемость вот наших ресурсов очень велика. Только на сайт Института археологии, на котором размещены археологические карты, значительные материалы архивных данных по археологии, за месяц мы фиксируем 35 тысяч обращений. Это немало, почти 500 000 обращений в год для такой науки, как археология. Это хорошие результаты. Сегодня много говорится об актуальности изучения новейшей истории России. Действительно, внимание историков привлечено к истории 20 века как периода, который нам наиболее близок, который много определил в текущих событиях. Новейшая история всегда актуальна, и в особенности периода больших перемен в организации миропорядка, трансформации международных политических систем. Мы изучаем историю Великой Отечественной войны, мы стремимся, чтобы наше знание о ней было более полным и подробным. Мы обращаемся к истории. Вот Александр Иванович говорил о значении африканистики, о, так сказать, значении изучения Азии, но я хотел бы напомнить, что для российской исторической науки столь же важно не потерять из виду средневековую Русь как начальный период нашей истории, который сформировал Русь как большую по средневековым меркам страну с яркой самобытной культурой и идентичностью. Если мы говорим о традиционных ценностях, то уж без, так сказать, глубокого знания Руси и вот какого-то нового приобщения к этой части нашей истории их не может быть. И Тобольск, конечно, крайняя восточная точка присутствия культуры Московской Руси, где она очень заметна, но, в общем, так сказать, не так просто идет приобщение нового поколения к культуре средневековой Руси, потому что она мало заметна, в общем, это не самая яркая культура, она не всегда выдерживает конкуренцию с другими, значит, мировыми культурами, и мы должны, так сказать, вот новые научные проекты, академические, это, значит, важнейшее средство приобщения нового поколения к вот этой части нашей истории. Здесь она актуальна,
правильно, потому что, я думаю, далеко не все студенты не исторических, а может быть, многих исторических вузов знают, что трезуб, который мы так сейчас часто видим на телеэкранах, это не только герб Украины, это княжеский знак Рюриковича, это знак Владимира, крестителя Руси, и Россия имеет не меньше прав на него претендовать, чем соседнее государство. И, конечно, археология сейчас вот является очень важным каналом приобщения к культуре русского средневековья. Материальные памятники очень как бы, важны в понимании средневековья. Но археология отвечает за формирование огромной части нашего исторического знания, и как бы мы очень рады, что она, ее преподавание восстанавливается в вузах, что цифры приема растут. Материальные памятники становятся все более емкими и востребованными источниками информации о самых разных периодах нашей истории, от палеолита до нового времени, и вот действительно диапазон того, что было открыто в последний год, когда, в общем, археологические исследования не идут. Очень, так сказать, ну, не самое лучшее, конечно, так сказать, не самое простое время для организации археологических исследований. Тем не менее, совершенно фантастические результаты этого года. Ну, древнерусские города копаются всегда, открытиями Новгорода уже никого не удивишь, но вот один из главных объектов, который был открыт в этом году, это синагога, Фангарийская синагога, древнейшая синагога в Причерноморье, единственная, совершенно уникальный, совершенно неожиданный объект, который очень важен, то, что демонстрирует культурное многообразие России, присутствие разных народов, разных культур, и вот это осознание сложности культурного пространства будущей России, это очень важный, конечно, важнейший момент. Вот. И раскопки продолжаются и сейчас. Одна из последних находок, вот мы говорим о военной истории, наверное, многие видели пищаль, которая найдена при раскопках Орловской крепости несколько дней назад. Это пищаль начала, целая пищаль начала 17 века, которая, значит, возможно, участвовала вот в сражениях, которые разворачивались вокруг Орловской крепости в смутное время. И, конечно, мы также стремимся расширить, так сказать, наше географическое присутствие. Раскопки Институт археологии ведет и в Центральной Азии, исследуются памятники Бактрии на территории Узбекистана, исследуются палеолитические памятники в Казахстане. Впервые в этом году мы начали работы в Африке за пределами Египта. Это небольшие работы на территории Чада. Так что, так сказать, мы очень рады, что в этих работах присутствуют и студенты, и вузовская наука также в них подключена. Значит, очень важен, конечно, вопрос о студенческих археологических практиках. Это работа студентов в экспедиции – это работа с источниками, это не просто, так сказать, проведение времени в таких вот экзотических условиях, вот, и это, так сказать, первый опыт самостоятельной работы с источниками. И я знаю, что в министерстве готовится документ рекомендации о проведении практик. Здесь очень важна, конечно, материальная помощь, потому что это работа, которая требует вот какой-то материальной основы, материальной поддержки, и мы надеемся, что она будет доведена, значит, до конца, у нас появятся рекомендации, и будем в этом плане стоять на более прочной основе. И, значит, еще одного вопроса я хотел бы коснуться, говоря об археологии в вузах. Вот ежегодно в России выдается несколько тысяч открытых листов разрешения на проведение раскопок, и получателями являются археологи из разных учреждений, из академических институтов, вузов, музеев и, конечно, большого количества частных археологических организаций, которые сейчас, в общем, лидируют по, так сказать, в общем объеме производства археологических работ, в том числе спасательных раскопок, которые проводятся на внебюджетной основе. Так вот, доля вузов среди получателей, доля преподавателей вузов среди получателей открытых листов составляет в последние годы от 6,5% до 9%. Порядка 300 открытых листов получают преподаватели из вузов. Я думаю, что было бы правильно, если бы, так сказать,
вузы расширили свое присутствие среди производителей полевых археологических работ и более как бы глубоко были включены в том числе и в производство спасательных раскопок, потому что это и приток новых материалов, и возможности получения дополнительных средств для развития отрасли. Очень бы хотелось, чтобы министерство как бы помогло вузовской науке расширить это присутствие. Еще раз спасибо большое за организацию этого замечательного собрания, за возможность пообщаться с коллегами из вузов и рассказать о том, что происходит в академической и исторической науке и в археологии. Спасибо. Большое спасибо, Николай Андреевич. Слово предоставляется доктору исторических наук, директору Института российской истории РАН, члену Президиума Российского исторического общества Юрию Александровичу Петрову. Тема доклада о подготовке учебников истории для неисторических направлений подготовки высшего образования. Уважаемые коллеги, сегодня уже так много говорилось и звучала эта тема учебника для вузов, что, конечно, облегчает мою задачу, но, возможно, и не слишком, потому что я все-таки хотел бы какие-то детали сегодня затронуть этой работы, детали важные для всего нашего сообщества. Но начать позвольте с того, что год назад мы, если помните, встречались здесь, в этом зале, в этом здании, и обсуждали концепцию вузовского учебника. Это была очень жаркая и плодотворная дискуссия. Ее результаты мы, составители концепции, учли, разумеется. И, как уже сегодня отмечалось, в феврале этого года в завершенном виде концепция была утверждена Минобрнауки, собственно, заказчиком этой работы для нас. И с этого времени началась уже новый этап работы, наступил работы над текстом самого учебника. И я бы чуть-чуть хотел отвлечься здесь. Собственно, почему академические ученые, люди, в общем-то, ну, не часто обладающие профессиональным педагогическим опытом, почему именно они берутся за такого рода работы? Ответ, мне кажется, очевиден. Именно академическая наука, она способна дать абсолютно достоверную, абсолютно научную базу для преподавания истории России и в школе, и в вузе. Потому что именно в наших академических институтах делается та большая наука, достижением которой и должны соответствовать педагогические образовательные учебники, пособия и так далее. Вот, собственно, мы последние 10 лет в Институте российской истории занимаемся большим, я бы сказал, национального масштаба проектом под названием «История России в 20 томах». Мы по поручению президента делаем этот проект при поддержке Минобрнауки, которую поддержку всегда ощущаем. И на сегодняшний день мы близки к тому, что весь 20-томник, ну или почти весь, за исключением последнего тома, посвященного современности, разумеется, такие тома пишутся в последнюю очередь, эта серия уже скоро будет готова к изданию, и у нас уже идет работа с издательством «Наука», директор которого Николай Николаевич Федосеенков участвует в нашем форуме, а вот я его вижу, приветствую. Но вот работа идет, редакторы работают, готовятся оригинал-макеты, и вот уже я должен поблагодарить отдельный институт археологии в лице Николая Андреевича за то, что его институт подготовил первый том этого издания, том в двух книгах огромного объема и огромного, я бы сказал, научного значения, поскольку, как я понимаю, археологи давно не собирались что-то такое по всей России за все века написать совместно. И вот, наконец, это получилось. И эта работа, повторяю, уже практически завершена, осталась только стадия утверждения редколлегии, и затем мы передаем ее в издательство «Наука». Вот, собственно, на этой базе
мы и основываем свои требования к учебнику, требования, повторяю, в основе которых достоверность, научность, то бишь отсутствие всякой рода предвзятости, интерпретации должны быть тоже достоверными и соответствующими науке. Противодействие фальсификации, разумеется, должно быть здесь же присутствовать. Вот поэтому мы взялись за этот проект. И за эти полгода, с февраля 2023 года, после утверждения концепции, шла довольно активная работа над учебником, работа, в которой участвовали 23 автора из разных научных учреждений, в том числе из нашего института, большая часть, Институт всеобщей истории, ну, которые, кстати, несколько отстают. Я тут, если Александр Иванович нас слышит, его попросил воздействовать на сотрудников института, которые задерживают подготовку рукописей для по разделам всеобщей истории. Пожалуйста, да. Пожалуйста, да. Я знаю, что они были заняты подготовкой школьного учебника, вот только, о котором говорил Александр Иванович, по всеобщей истории. Но теперь за высшую школу надо взяться очень горячо, чтобы сроки, которые нам были заявлены, обещаны перед Миноборнауки, а это декабрь нынешнего года, чтобы эти сроки были выдержаны, и мы сдали бы всю рукопись в издательство. Если говорить о дальнейшей, как бы, судьбе этого проекта, то я хотел бы обратить внимание на сегодняшние слова Сергея Евгеньевича Нарышкина о необходимости очень тщательной экспертизы и обсуждения учебника. Мы все заинтересованы в том, чтобы максимально этот учебник защитить, так скажем, от всякого рода ошибок, предвзятостей, ну и всего того, что встречается на страницах учебных пособий, если их обсуждение не было проведено до того тщательно, и довольно достаточно тщательно. Ну, примеры приводить не буду, они у каждого, что называется, на языке. Поэтому есть предложение Николая Андреевича, как руководителя отделения историко-филологических наук, мы проведем обсуждение учебника на заседании отделения. Будут обсуждения в среде наших вузов. Речь, видимо, пойдет о выборе 6 в соответствии с количеством модулей для специалистов, 6 таких базовых вузов, в которых будет организовано с педагогическим составом обсуждение текста этих учебников. Ну и что касается общественного обсуждения, я думаю, что, конечно, надо будет привлечь общественную палату. Мы проведем специальное заседание там, предварительная договоренность есть. И таким образом мы, это не исключает и других каналов, разумеется, обсуждения. Мы сейчас еще их не все себе представляем. Таким образом, мы за первый квартал следующего 2024 года должны наш учебник довести до стадии, так скажем, полного принятия и научным сообществом, и российским обществом в целом. Если это произойдет, я уверен, что так оно и будет, мы, собственно, нашу задачу выполним. А что касается содержательной части учебника, я здесь хотел бы все-таки сделать акцент на том, что в учебнике довольно много материалов по всеобщей истории. Это наш, как бы, новый тренд. Мы рассматриваем историю России на широком мировом фоне. Это, мне кажется, очень полезно будет и для студентов понимать, что происходило в Европе, в Азии или в те времена, когда в России, допустим, был Петр I. Это полезные очень вещи, на нее мы даже не пожалели места. Примерно пятая часть из общего объема 30 авторских листов, общего объема учебника, отведена под разделы о всемирной всеобщей истории.
Это много достаточно, и эти разделы разбиты хронологически по отдельным эпохам, что даст возможность, повторяю, студентам конкретнее представить и общий мировой фон, на котором развивалась Россия, и ее вклад в мировую историю того или иного периода. Вопрос содержательный и важный, вопрос об отраслевой истории. Ну, было, сегодня уже отмечалось, что было принято решение, что будет 6 таких модулей. Сейчас повторю их. Это сельское хозяйство, медицина, транспорт, образование. Какой-то забыл все-таки. Инженерия, да. Будет 6 этих модулей, и в учебнике будет изложение проводиться так. Будет заканчиваться серьезная большая эпоха в истории России, ну, скажем, период Средневековья. После этого будет глава о развитии, например, инженерии и технологий на Руси в эту эпоху. И, соответственно, дальше, включая 19 век до начала 20-го, тоже будет завершать отдельный раздел, отраслевой раздел. И это, как мне кажется, даст возможность соединить в базовом учебнике и общую канву историческую, и отраслевой подход. Вот, собственно, да, оригинальный компонент, конечно же, он должен быть. Но будем смотреть на вещи реально. 89 регионов в один учебник нам не вместить. Региональный подход быть должен, но он должен реализовываться каким-то образом все же помимо текста базового учебника с помощью семинарских занятий или еще иных краеведческих кружков и так далее. Но, повторяю, мы здесь не можем всю региональную историю вместить в один вузовский учебник. Вот, собственно, вкратце, не занимая вашего внимания слишком долго, я бы хотел подчеркнуть, что учебник создается, конечно же, непросто. Это очень серьезная, большая работа, и мы рассчитываем на вашу дружескую, коллегиальную критику и участие в обсуждении. И вот после Нового года обещаем вам, что называется, подарок новогодний. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. И да, и, конечно же, я на втором форуме в Тобольске, я целиком за, чтобы сделать его регулярным. Прекрасный город. Благодарим вас, Юрий Александрович. Следующее выступление профессора, академика Российской академии художеств, ректора Российского государственного социального университета Андрея Леонидовича Хазина. Прошу вас. Доклад на тему «Проблематика преподавания российской истории иностранным студентам». Спасибо, уважаемый Константин Ильич, уважаемый Николай Андреевич, Юрий Александрович, дорогие коллеги, Российский государственный социальный университет имеет обширный многоплановый опыт преподавания общественных наук иностранцам. Учитывая образовательных предшественников РГСУ, уже несколько поколений наших студентов и преподавателей нарабатывали опыт такой работы, причем опыт этот многоплановый и подкрепленный серьезной методологической и историко-исторической базой. Не знаю, не работает, видимо. Ну, что делать? Конечно, далеко не все приемы работы, скажем, советского времени применимы в наши дни, но некоторые испытанные временем подходы могут быть взяты на вооружение сегодня. Конечно, интересны и эффективные современные методики работы с иностранными студентами в столь деликатной сфере, как история, которые найдены, опробованы и внедрены нашими преподавателями и сотрудниками других университетов, могут и должны стать доступным инструментом всех институций, занимающихся и образовательной деятельностью в целом, и сотрудничеством с зарубежными странами, иностранными гражданами и организациями.
Наш университет уже представлен за рубежом, рядом филиалов. У нас учатся студенты более чем из 60 стран. Крупным центром российского образования в Центральной Азии является филиал РГСУ в городе Ош в Кыргызской республике. Большую честь оказал нам министр науки и образования России Валерий Николаевич Фальков на днях, вот ровно неделю назад, посетивший этот наш филиал и подчеркнувший в ходе визита важность и гуманитарной проблематики в образовательном процессе, в том числе преподавания истории. Пользуясь случаем, хочу от имени всего коллектива университета поблагодарить министерство за внимание и высокую оценку нашей работы. Знаковым центром образования научного и гуманитарного сотрудничества в рамках союзного государства является наш филиал в Минске. Неоднократно он посещался высшими должностными лицами России. Здесь проходились крупные мероприятия председателя Высшего совета партии «Единая Россия», послом Российской Федерации Республики Беларусь Борисом Вячеславовичем Грызловым, министром иностранных дел России Сергеем Викторовичем Лавровым, губернатором Санкт-Петербурга Александром Ильичем Бегловым и другими высшими руководителями нашей страны. Как история нашего университета, так и его настоящая деятельность всегда была связана с преподаванием иностранным гражданам. В текущем году решением Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» РГСУ стало площадкой для сотрудничества с лояльно относящимся к Российской Федерации иностранными партиями. Все эти обстоятельства подталкивают нас к особенно тщательному осмыслению проблематики преподавания истории нашим иностранным студентам. На слайдах мы представили страницы из вышедших с предисловием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и подготовленных нашим университетом книг, иллюстрирующих вклад России и россиян в мировой прогресс, культуру, образование, освобождение народов многих стран от порабощения, вклад россиян в развитие некоторых знаковых стран мира. Надо сказать, что об этом много говорилось сегодня, и практически в каждом выступлении. Это, очевидно, очень актуальная история. Россияне справедливо гордятся нашими достижениями в самых разных сферах человеческой деятельности. Сейчас особенно на слуху военные наши достижения. Наши войска входили в Париж, в Рим, Неаполь, Амстердам, трижды в Берлин, в Вену, в Будапешт, в Пекин, Тегеран, многократно в Варшаву, в Прагу, Белград, Софию. Мы отлично помним, что это были или освобождение этих городов, или наши победы после нападения на нашу страну, или помощь законным правительствам по их просьбам и на основании международных обязательств с последующим немедленным выводом наших войск, как это было, скажем, в 1848 году на территории Австрийской империи или в 1900 в Китае. Но многие так называемые политики пытаются сейчас представить эти освободительные миссии либо как агрессию, либо уморить их значение, как, например, с роли СССР в победе во Второй мировой войне. Мы должны деликатно, уважительно, но твердо показать реальную роль нашей страны в истории этих стран, показать, от чего мы их освободили и спасли, чем мы их поддержали в тяжелые времена. Слайд со сравнением цифр войск и вооружений Германии на фронтах Европы и показателей разбитых и уничтоженных дивизий и техники нацистов, а также медали за освобождение советскими войсками городов Европы, исторические факты и артефакты, которые нельзя опровергнуть. Поэтому их замалчивают. Наша задача – напомнить о них народам всего мира. Россия – великая держава, и далеко не только военная держава. Наши изобретения, культура, образование, здравоохранение и другие фантастические социальные достижения – гордость всего человечества. Хочется подчеркнуть вклад наших соотечественников в культуру, науку, образование ведущих стран мира. Спаситель миллионов, национальный герой Индии Владимир Хавкин, его фотография только что была на экране, и национальный героиня Индии, Франции, Великобритании – Нур Инаят Хан, также была представлена сейчас на экране, уроженцы нашей страны. Владимир Третьяков, один из самых продаваемых художников мира и самый известный художник ЮАР, тоже был представлен сейчас на экране. Бруно Райкин, самый известный классический музыкант ЮАР, недвоюродный брат Аркадия Исааковича Райкина, родились в России. А Надин Гордимер, знаменитый южноафриканский писатель и нобелевский лауреат, дочь мигрантов из России. Кларисса Лиспектор, одна из самых известных писательниц Бразилии, тоже родилась уже в годы гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Игорь Сикорский, великий самолета и вертолетостроитель, поднял свои первые машины в воздух в нашей стране. Владимир Зворыкин, фактически изобретатель телевидения, первые свои сеансы осуществил в России. Ими гордится Америка. Но это же наш вклад в мировой прогресс. Мы можем и должны показывать в курсах истории для иностранцев тот огромный вклад и мировой прогресс – и в прогресс в их странах,
которые осуществляла Россия на протяжении веков. Мы должны показать, насколько полезным, плодотворным было и может быть в будущем сотрудничество их стран с нашей. И вот те особенности, которые особенно важно отметить в этом непростом процессе. Отличием наших иностранных студентов от россиян, и об этом говорил Константин Ильич, является то, что они приходят не повторять и углублять исторические знания, полученные в школе, но получать их зачастую с нуля. Правда для них противоречит тому, что они слышали долгие годы. Позволим себе поставить важные вопросы и обозначить основные проблемы в этой сфере. Цели преподавания российской истории иностранным студентам и слушателям. Трансляция цивилизационной сущности российской державности и уникальности для формирования и укрепления заслуженного уважения, авторитета и образа России. Это вот то, что практически говорил Николай Андреевич в начале своего выступления. Обеспечение хрестоматийной исторической глубины источников для наполнения всех каналов взаимного обогащения культур и ценностных партнерских платформ. Корректное изложение исторической фактуры, контекстов и оценочных суждений для преодоления наследованных барьеров и ломки стереотипов восприятия. Поддержание полноты исторического информационного поля как залога доведения межнациональных и межконфессиональных опытов, не имеющих в мире аналогов. Исполнение исторических фактов интерпретации, использование, прошу прощения, исторических фактов и интерпретации как ссылок или обоснований для мотивировки и или комментирования текущей занимаемой нами позиции. И, наконец, исторический процесс как фундамент доверительного и взаимовыгодного сотрудничества в будущем. Различия платформ преподавания российской истории для отечественной и зарубежной аудитории. Рабочие охваты, акценты и приоритеты рассматриваемых событий потоков. Источники используемой информации и авторы интерпретации и или комментариев. Иллюстративность используемой фактологической базы и ее доказательность. Принадлежность к разным блокам, союзам, объединениям и иным коллаборациям и ее результативность, как позитивная, так и негативная. Внимание к имевшим в прошлом место национальным государственным конфликтам. Проблематика преподавания российской истории вне зависимости от платформ. Политически, в широком смысле, в том числе, например, конфессионально, мотивированная разница в трактовке тех или иных событий и феноменов российской истории в современном обществе и в прошлых сообществах и социумах. Содержательные расхождения в общественном и научном восприятии тех трактовок, который неоднократно воспринимается солидарным обществом, который не одинаково воспринимается солидарным обществом и специалистами. Мировоззренческая разница в использовании исторических фактов и интерпретаций как ссылок и обоснований для мотивировки и комментирования текущих позиций. Особенности восприятия исторических фактов в разных поколениях тех аудиторий, которые являются целевыми в образовательных программах либо активной среде. Общественно-социальная острота восприятия отдельных исторических кейсов как вполне самостоятельная, так и искусственная, спровоцированная разного рода приходящими обстоятельствами. Мы поставили важные вопросы, очертили проблемы сложнейшего феномена преподавания российской истории иностранным слушателям. Наша задача не была ответить на эти вопросы, нам важно было их поставить. Уверен, что наше историческое научно-педагогическое сообщество в предстоящем году с успехом осмыслит эту проблематику и даст необходимые методики, материалы, курсы, которые позволят донести до миллионов людей во многих странах правду, создаст надежный фундамент для подлинно дружеских, масштабных, культурных, научных, образовательных, экономических связей и сотрудничества между Россией, нашим народом и многими странами и народами мира. В заключение хотелось бы поблагодарить организаторов нашего форума за их безупречную работу. Отдельная благодарность Тобольску, его жителям и руководству. Город оставляет ошеломительное впечатление. А за последний год проделана огромная работа, в том числе по реставрации удивительных памятников старины, которые мы видим здесь практически на каждом шагу. Мы видим здесь на последнем слайде стихотворение, написанное на русском языке одним иностранным студентом в России. Это студент, его зовут Цзян Зиминь. Он недавно, к сожалению, скончался, ушел из жизни. Но это человек, который никогда не забывал ту культуру и то образование, которое позволило ему стать тем, кем он стал. Мне кажется, что в нашей стране есть фантастически успешный опыт преподавания, в том числе и истории, нашим иностранным друзьям. Спасибо большое. Спасибо за предоставленное слово и внимание.
Большое спасибо, Андрей Леонидович. К микрофону приглашаем директора Института международных отношений Казанского Приволжского федерального университета, члена Совета Российского исторического общества Рамиля Равиловича Хайрутдинова. Спасибо большое, уважаемый Константин Ильич, Руслан Григорьевич, весь высокий ареопаг, дорогие друзья, коллеги. Для меня, как представителя Казанского федерального университета, старейшего регионального университета России, ставшего за последние годы одним из крупнейших вузов страны, как по общему числу обучающихся более 50 тысяч, и так и по представительству иностранных студентов, 11 тысяч молодых людей из более чем 100 стран мира. Огромная честь и большая ответственность представить вашему вниманию первые впечатления, наблюдения о ходе реализации преподавания 144-часового курса «История России» в иноязычной языковой среде. Значение данного курса для осознания иностранными студентами богатейшего историко-культурного наследия нашей страны, роли и место России в мировой истории и культуры, продвижение традиционных российских ценностей трудно переоценить. Впрочем, трудно переоценить и важность высшего исторического образования в качестве эффективного механизма гуманитарной дипломатии, одного из инструментов реализации стратегии государственной культурной политики, концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом и так далее, и так далее. Иностранные студенты и абитуриенты в последние годы проявляют активный интерес к поступлению на предлагаемое Казанским федеральным университетом направление подготовки. В приемную кампанию этого года из-за рубежа поступило около 30,5 тысяч заявлений, а общее количество зачисленных в КФУ студентов иностранцев составило почти 3800 человек, из которых более 80% в этом году представляет Туркменистан, Иран, Узбекистан и Китай. Больше всех иностранцев было зачислено в Институт фундаментальной медицины, почти 730. Затем наиболее популярными являются гуманитарные подразделения КФУ, Институт международных отношений, Институт филологии, Институт экономики и финансов, а также филиалы в Елабуге и в Челнах. Обучение курсу «История России» в Казанском федеральном университете осуществляется как на русском, так и для медиков на английском языках. При подготовке к поступлению нам был проведен опрос, экспресс-опрос иностранных студентов Казанского университета с целью выявления их отношения к изучению курса «История России». В опросе приняли участие студенты первого курса из 37 стран мира, и результаты опроса они, на мой взгляд, не претендует на полноту и академичность, но тем не менее отражает общие тенденции настроения. Ответ иностранных студентов на первый вопрос, как вы относитесь к увеличению часов по истории России, свидетельствует о том, что изучение отечественной истории в целом не вызывает отрицательных эмоций. Более половины респондентов, 56%, положительно отнеслись к увеличению числа часов по дисциплине. У почти трети студентов этот факт не вызывает отторжения. И только 1/10 часть опрошенных, 11%, отреагировала все же отрицательно. Вместе с тем, меньше по сравнению с ответами на первый вопрос, процент иностранных студентов считает, что изучение курса «История России» положительно влияет на их образование в целом. Так считает половина опрошенных. Не выработали каких-либо позиций, но определенные позиции по данному вопросу более трети студентов, а чуть больше 1/10 респондентов, по сути, считают для себя этот курс бесполезным. Я говорю так для того, чтобы не нивелировать картину, а мы просили студентов быть честными и отвечать исключительно искренне. Третий вопрос: в чем преимущество изучения курса «История России»? По сути, определил ожидания студентов от изучения дисциплины. Здесь мнения разделились поровну, по 44,5% между теми, кто рассматривает курс в качестве возможности ближе познакомиться с историей культуры России, и теми, кто считает, что он способствует прежде всего развитию их общекультурных компетенций и умения работать с различными источниками информации. И опять-таки, только 10-я часть студентов не увидел для себя преимуществ от изучения данного курса. Таким образом, констатируем, что у большинства иностранных обучающихся курс «История России» отторжение не вызывает, но мотивация к его освоению практически та же самая, как и в отношении дисциплин профессионального цикла. В то же время, несмотря на это, при освоении иностранными студентами дисциплин возникает достаточно много сложностей, выделенных самими преподавателями, некоторые из которых можно назвать системными в отношении работы с этой категорией студентов в целом.
Первое. Необходимость преподавания курса в смешанном формате с привлечением инструментов реализации дистанционного образования. Это касается той группы студентов, которые вот в условиях сегодняшних дней и осложнения определенных возможностей для коммуникации, в основном из-за увеличения сроков приема, проблем с оформлением документов, начинают обучение по выбранной образовательной программе, находясь за рубежом. Это усложняет как работу преподавателя, вынужденного одновременно ориентироваться на очную аудиторию, и тех, кто присутствует на занятиях онлайн, так и образовательный процесс для самих иностранных студентов, которым сложно дистанционно воспринимать информацию, особенно теоретическую, транслируемую во время потоковых лекций. Вторая сложность, которая также сказывается на методике преподавания, это разное количество иностранных студентов в учебных группах. На каких-то направлениях формируются группы почти полностью или полностью состоящие из иностранных студентов. И в таком случае преподавателю легче выстроить образовательный процесс, так как студенты здесь зачастую находятся на одном уровне базовых знаний. Как правило, за счет дополнительной индивидуальной работы решается вопрос об эффективной организации учебного процесса и в тех группах, где 1-2 студента. Самая сложная ситуация для преподавателя, когда количество иностранных студентов составляет половину или заметную часть группы, и тогда разница в базовом уровне знаний, в языковой подготовке и восприятии материалов у студентов одной группы существенно различается. Ну и третье, самое основное, это разный уровень базовых знаний, с которым студенты приступают к изучению курса истории России. И об этом, в частности, свидетельствуют результаты мониторинга остаточных знаний по истории России студентов очной формы обучения, обучающихся на неисторических специальностях и направлениях подготовки, проведенном в феврале этого года. В мониторинге приняли участие 945 студентов из 19 образовательных организаций, 16 субъектов Российской Федерации. И данные мониторинга, в котором участвовали как российские, так и иностранные студенты, показали, что, и об этом сегодня говорилось, в том числе и на наших секционных заседаниях, что наибольшая доля студентов неисторической специальности первый этап диагностическую работу выполнили на минимальном уровне. Многие иностранные студенты в силу особенностей гуманитарной подготовки в их странах не всегда хорошо знают даже историю собственной страны, не говоря уж об истории и культуре России. Таким образом, перед преподавателем встает специфическая проблема отсутствия у иностранных студентов необходимого культурологического и исторического минимума информации. Особенностью преподавания указанной дисциплины иностранным студентам следует считать и в разницу в отношении к историческим событиям, общим для нашей страны и родных стран студентов, что требует от преподавателя постоянного контроля за терминологией, поиска оптимальных форм и методов донесения информации. Так как отечественная история требует соблюдения общей хронологии, то для работы с иностранными студентами приходится отбирать ключевые факты, оказавшие особое влияние на формирование политической и социальной системы России. В связи с этим возникают определенные сложности по причине того, что многие события отечественной истории остаются непонятными иностранным студентам. Конкретный пример. Очень трудно студентам, особенно с Ближнего Востока и Африки, понять историческое значение отражения немецкой католической агрессии 13 века, так для многих из них непонятна даже разница между православием и католичеством. Одной из самых существенных проблем, об этом говорили и сегодня наши коллеги, языковой барьер. К моменту начала изучения дисциплины, она реализуется на первом курсе, или на первом году обучения, студенты далеко не всегда успевают освоить необходимые грамматические конструкции на русском языке, имеют небольшой словарный запас и практически не способны вести серьезный диалог, а тем более письменные конспекты на русском языке. Рассматривать эти очевидные затруднения, обратив внимание на специфику рассматриваемой дисциплины, изучение которой требует большого словарного запаса, адекватного понимания российских исторических терминов и понятий. Прежде всего, сложность представляет отвлеченные понятия, которые трудно объяснить, в том числе и с иллюстрациями, так как визуализация отвлеченных сложных понятий, она приводит иногда у иностранных студентов к совершенно иным превратным представлениям. Таким образом, подходы к работе с российскими иностранными студентами отличаются, существенно отличаются. И в качестве предложения, уважаемые коллеги, по повышению эффективности организации учебного процесса в отношении иностранных студентов предлагается, исходя из опыта Казанского федерального университета, следующее. Первое. Рассмотреть возможность выделения иностранных студентов по укрупненным группам или в рамках выделенных концепций направлений
в отдельные подгруппы. В качестве примеров можно привести алгоритмы деления групп студентов в рамках языковых курсов на подгруппы базового для иностранцев и продвинутого для россиян уровней, или объединение в отдельные языковые подгруппы иностранных студентов разных направлений в рамках факультативов как по русскому языку, для, как иностранному. Второе, и об этом тоже сегодня много говорилось, и к этому идем, разработать универсальные учебно-методические материалы по курсу «История России», адаптированные, в том числе под иностранных студентов, учитывая их региональную специфику. В идеале речь может идти и о переводе, и мы сегодня тоже этот вопрос задавали, базового нового создаваемого учебника по истории России в электронном формате на ряд основных иностранных языков: английский, китайский, испанский, фарси, даже туркменский. То есть это позволило бы им максимально облегчить восприятие курса, понимая и воспринимая основные термины, события, канву историческую через учебник на их родном языке. Но все остальное, конечно, будет осуществляться, в том числе и контроль знаний уже на русском. Так как студенты к моменту изучения дисциплины истории России освоили только уровень минимальной коммуникативной достаточности, преподавателям истории необходимо подготовить для них соответствующий учебник с адаптированными текстами. То есть помимо сложного вузовского, конечно, нужен и адаптированный такой учебное пособие, скажем, пусть не учебник, но тем не менее в нем должно быть тщательно проработаны понятийный аппарат и методические материалы со специально подобранными примерами, использованные на занятиях которых преподаватель с активным участием обучаемых мог бы связывать события и факты российской истории с историей зарубежных стран, устанавливая соответствующие исторические параллели. Требуется, конечно, и вполне возможно существует, надо только отобрать и определиться, универсальный онлайн-курс, который можно было бы использовать в качестве поддерживающего при невозможности иностранных студентов по разным причинам обучаться в очном формате или недостаточном уровне базовых знаний. Необходим такой вот универсальный онлайн-курс «История России», который был бы воспринят всеми преподавателями, вне зависимости от региона обучения иностранных студентов. Следующее. И опять-таки, уважаемые коллеги, хотелось бы вернуться для преодоления языкового барьера и включить в учебные планы хотя бы как факультатив дисциплину русский язык как иностранный. К сожалению, сокращение этих часов пагубно сказывается на подготовке на первом курсе. Мы все понимаем, ко второму, третьему, четвертому курсу наши иностранные партнеры, друзья, студенты вольются в родную семью, но мы упустим время. Первый курс для нас очень важен с точки зрения преподавания основ культуры, вот, истории нашей великой родины. И здесь очень важно, чтобы именно на начальном этапе они были обеспечены всем необходимым для того, чтобы участвовать наравне с российскими студентами в обсуждении и успешно сдавали. Представляете, если 80% троек по истории России, и мы их называем друзьями, так не получается. Надо как-то выходить из этой ситуации и помочь нашим иностранным студентам. В завершение хочется отметить, что реализация данных предложений, возможно, позволит снизить остроту выявленных сложностей при работе с иностранными студентами и повысить вовлеченность иностранных студентов в образовательный процесс, улучшит успеваемость и освоение знаний как в рамках курса «История России», так и в целом относительно освоения дисциплин всего учебного плана. Спасибо большое. Благодарю вас. Роман Владимирович, большое спасибо. Уважаемые коллеги, к нам присоединился первый заместитель генерального директора Российского общества знания Рыбальченко Дмитрий Владимирович. Тема его выступления – исторические знания как основа воспитания гражданственности и патриотизма. Здравствуйте, коллеги! Большое спасибо за возможность выступить. Несмотря на обозначенную тему, внутри, по большей части, некоторый обзор того, что мы делаем в рамках нее, а также призыв тем, кому интересно, я надеюсь, многим, поучаствовать в ряде наших проектов, что будет полезно, собственно, и для общества, и для вас, и для нас. Итак, пожалуйста, презентацию выведите? Не вижу от себя. Ага, здорово. Можно, пожалуйста, следующий слайд?
Ага. Кратенько справка о том, что мы из себя сейчас представляем. На данный момент у нас активно работают 89 региональных отделений. Мы в каждом регионе, там активная работа, что называется, в полях. Организуются мероприятия, читаются лекции. Все регионы включены в наши федеральные проекты. Порядка 23 тысяч лекторов. Это наше самое активное сообщество, те, кто весьма регулярно принимает участие в нашей работе. То есть это не вся база, а вот непосредственно активные. Порядка 100 тысяч лекций в год мы сейчас читаем. Это не онлайн, это именно очные выступления перед живой аудиторией на разнообразные темы, в том числе и исторические. Далее объемы произведенного нами просветительского контента порядка 7 часов на данный момент. Это документальные фильмы, это лекции, экскурсии, это студийные форматы. Мы, в принципе, почти по каждой дате, которую успели захватить с момента перезагрузки общества, успели создать качественный просветительский материал. Абсолютно уверен, что многие из участников сегодняшнего форума принимали непосредственное участие в создании. Давайте дальше. Немножко подробнее зафиксируемся на контенте. Изначально у нас достаточно широкая была повестка для работы. Мы молодежная организация, мы просветительская организация. Тем не менее, в зависимости от, оперативных потребностей, от того, чему посвящен год, от того, что происходит сейчас в стране, в мире, мы несколько меняем свой вектор в ту или иную сторону. На слайде представлены основные темы, в рамках которых мы ведем свою просветительскую деятельность, в том числе производим контент. Собственно, это борьба с фальсификацией истории. Не просто так она, к слову, выведена, по сути, на первое место. Проблема, безусловно, актуальна. Традиционные ценности, социальная активность, международное сотрудничество, бизнес, патриотическое воспитание, IT, образование и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, это максимально созвучно и с основными ценностями нашего государства, максимально созвучно с запросом аудитории нашей. Мы регулярно смотрим и могу подтвердить, что, к примеру, интерес к истории действительно существует. Это и по нарастающей, у подрастающего поколения, потому что вопросы ставятся острые, регулярные, информационный поток очень плотный, аудитория хочет разобраться, что называется, и мы, в том числе совместно с вами, помогаем ей в этом. В рамках того, чтобы это было доступно, мы буквально везде сейчас присутствуем, то есть это и сайт, это социальные сети, мы все больше присутствуем на ТВ, не только на федеральном, но и на региональном, более того, и в новых субъектах также присутствуем, мы наращиваем. Наш контент можно увидеть в самолетах, в поездах, в метро, в онлайн-кинотеатрах, и мы активно работаем, чтобы помимо всевозможного развлекательного контента и поверхностного, у аудитории как минимум был доступный и качественный выбор того, как она проводит свой досуг. Давайте дальше, пожалуйста. Еще на уровень ниже, опускаясь, да, говоря про наши документальные фильмы, я надеюсь... Не-не-не-не, вернитесь, пожалуйста, на документальные фильмы. Спасибо. Я надеюсь, ряд из них вы видели. Ключевой момент – это исторические фильмы, да, и понятный мостик и связь с тем, что у нас сейчас происходит в 21 веке, в последние 20-30 лет. Могу сказать с гордостью о том, что они пользуются популярностью, их смотрят не только у нас хорошие рейтинги и отзывы на Кинопоиске, например.
проходят иногда и закрытые показы, на которых всегда есть люди, которым интересно. Вокруг них разворачиваются дискуссии. Отдельным блоком, конечно, стоит цикл «ДНК России». В этом году 80 фильмов, дальше он будет продолжен. В настоящий момент 40 уже выложено на просторах сети, внедрено в вузы в качестве пособия для работы. Получилось ярко, интересно и весьма сущностно по содержанию. Далее, следующий момент. Пожалуйста, следующий слайд. Непосредственно наша группа «Знание истории». Немножечко вернусь назад в повествовании, не в презентации. Очень хотелось бы всех, кто меня сейчас слышит, в очередной раз пригласить вступать в наше лекторское сообщество. Мы готовы давать трибуну, мы нуждаемся в специалистах. Если говорить про историю, то, я вряд ли кому-то тут составлю конкуренцию, очевидно, но вряд ли кто-то поспорит, что у нас действительно огромная история, и, что называется, в ширину и в глубину. И не будет никогда такого, что будет достаточно квалифицированных лекторов, да, чтобы мы кого-то не приняли или в какой-то момент решили, что достаточно, больше не надо. Всегда очень надо. И, очевидно, в каждом регионе, как я уже говорил, есть отделение. В каждом регионе у нас есть площадки, в каждом регионе есть аудитория, которой важно доносить информацию, в том числе и историческую. Чтобы нашим лектором стать, на сайте очень простая форма, с вами после этого свяжутся, вас будут регулярно приглашать, вам будут помогать. Кому-то, возможно, это будет интересно, да, мы поможем улучшить квалификацию в контексте не вашего профиля, но в контексте ораторского искусства, работы с презентациями и еще с чем-то. Мы оказываем помощь в создании материалов. Ну и в целом я по отзывам знаю, что с нами иногда сложно работать, но в целом это полезный, правильный опыт. Я вас всех призываю и приглашаю становиться нашими лекторами. Далее. Знание и история. На самом деле это всего лишь на данный момент небольшое сообщество в социальной сети ВК. Когда я принимал решение, в какую сторону идти из тематик, да, чтобы отделить экспертное, скажем так, сообщество, более интересующееся, вообще было несложно решить, что это будет история. Как я уже говорил, есть высокий запрос, у нас есть достаточно много уже контента качественного, и это та тематика, внутри которой всегда существует живая дискуссия, как между специалистами, так и между гражданами, в том числе в молодежной среде. И мы попробовали отпочковаться немножко по тематике, да, от основного нашего сообщества, где уже почти 500 000 человек, и сделать небольшую группу, посмотреть, будет ли оно интересно. И на самом деле оно интересно. Нашему сообществу буквально 2 месяца. И там уже более 3000 участников. Основой публикации служит наш контент, служит публикации наших лекторов, победителей проектов, партнеров. То есть это исторические публицисты, не хотелось бы слово блогеры в данном случае использовать, и мы с удовольствием даем им трибуны. Мы делали эксперименты, там проводятся подкасты, прямые эфиры. Прямые эфиры, вот про Екатерину смотрело порядка 20 тысяч человек. И это очень хороший результат, с учетом того, что до вот недавнего времени это был просто пилот. Задача этого сообщество, как раз по сути собрать людей по интересам, и тех, кто хочет рассказать, и тех, кто хочет послушать. Мы будем активно его развивать. Лично для меня, как инициатора, да, данного пилота, очень важно получить дискуссию качественную, потому что, как кажется, это самый эффективный и интерактивный способ узнать что-то новое. И
Я вас приглашаю, собственно, QR, да, со ссылкой у всех на экране. Если не сейчас, то очень просто найти. Да, знание, история в социальной сети в ВК. Если у вас есть какие-то материалы, вы можете их предложить, опубликовать. Качественные работы мы распространяем по нашим другим сообществам, на сайте, продвигаем, то есть и вашу точку зрения, и вашу работу увидит широкая аудитория. Нам также нужна и критика внутри, и своя точка зрения на тот или иной материал. Мы очень рады записывать подкасты, у нас есть студия в Москве, у нас есть инфраструктура в других регионах, ну, как минимум в России 10 студий у нас есть, которые на постоянной основе работают. Мы будем рады получить идеи, пускай даже небольшие, да, о записи лекций, о серии публикаций и любого формата. Единственное, что подчеркну, это история про тех, кому правда интересно, кому правда хочется. То есть это не, ну, грубо говоря, не добровольно, принудительно, но мы правда стараемся сделать что-то качественное, где будет компетентное сообщество и интересующаяся аудитория. Можно следующий слайд, пожалуйста? Второй наш проект, он масштабнее исходно, да? Это наша цифровая библиотека просветительского контента, знания Вики. Да, похоже очень на Википедию по названию, по сути. Есть одно важное отличие. Когда мы запускали этот проект, мы решили, что основной и плюс, да, там, Википедии исходный, и минус в том, что там, по сути, кто угодно мог что угодно писать. И изначально это было важно, потому что на энтузиазме людей созидался какой-то ресурс, да, глобальная библиотека. А потом, по сути, пошли спекуляции массовые, и Википедия из источников знаний превратилась, ну да, по сути, в источник манипуляции и искажений информации. В нашем случае мы поставили себе задачи, не уступая по охвату, да, и по удобству использования, получить максимально достоверный и квалифицированный контент внутри. У нас есть сообщество авторов, у нас есть сообщество кураторов тематик, достаточно интересная внутри структура, и там кипит своя жизнь. Тем не менее, объем работы предстоящие, да, невероятный. Его, конечно же, мы никаким своим штатом никогда не выполним. Очевидно, здесь я общаюсь с максимально квалифицированными и компетентными людьми в рамках исторического направления. И аналогичным образом приглашаю вас, во-первых, ознакомиться с тем, как оно выглядит и работает, а во-вторых, приложить руку к созданию нашей цифровой библиотеки просветительского контента. Опять же, ссылка есть в презентации, да? Если не сейчас, то можно найти на сайте, если не на сайте, то в социальной сети ВК точно так же существует отдельное сообщество авторов нашего проекта «Знание Вики», где можно, собственно, посмотреть, как это все происходит, что за люди работают над контентом, и присоединиться, покритиковать, что-то предложить. В завершение хотелось бы, ну, просто подсветить хороший проект, который не столь будет консистентен с моей презентацией, но с темой сегодняшнего мероприятия вполне себе. Это проект «Знание героя». Можно, пожалуйста, на 7-ю страницу? Вот. Это наш, ну, один из проектов, который направлен скорее на более правильное понимание происходящего и в контексте специальной военной операции, и в контексте нашего героического прошлого,
По большей части суть в том, что мы организуем встречи с героями нынешними, с героями прошлого для детей, для очень широкого круга детей. Ну вот вы видите, да, там 400 тысяч людей вживую в этом году, это наш результат. Порядка 20 тысяч участников, героев, экспертов, которые могли бы рассказать о подвигах и героев прошлого, приняли участие. Форматы разные. Мы сделали и графические новеллы. По сути, это комиксы, да, но про настоящих героев. Мы проводили форумы, мы проводили вот совместно с Центром Патриоты, Авангард, военно-патриотический диктант. Мы пошли в исторические реконструкции, очень красочные, яркие и достоверные. Надеюсь, что многие вспомнили о своем участии в данном проекте, а, возможно, с этого момента решат поучаствовать. Коллеги, у меня все. Большое спасибо за то, что послушали. Я искренне надеюсь многих из вас увидеть в наших рядах и со своей стороны обещаю всестороннюю поддержку. Большое спасибо. Благодарим вас, Дмитрий Владимирович. Для следующего выступления приглашаем доктора исторических наук, директора Института истории и международных отношений Южного федерального университета, члена Совета Российского исторического общества, председателя Совета отделения Российского исторического общества в Ростовской области Марию Александровну Пономареву. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Уважаемый Константин Ильич, дорогие коллеги, здравствуйте. Еще раз позвольте вам представить первый опыт небольшой, 2 месяца внедрения методических рекомендаций в вузах нашей страны и некоторые предложения и направления представить по развитию образования на неисторических направлениях подготовки и специальностях. У нас только что состоялся круглый стол, который как раз и обсуждал вопросы, связанные с первыми этапами реализации базового учебно-методического комплекса. И, безусловно, у нас было очень, мне кажется, такое качественное и заинтересованное обсуждение. И могу отметить, что, безусловно, при полной поддержке коллег о том, что необходим этот комплекс и вообще в целом реализации методических материалов, были высказаны некоторые предложения, мы их зафиксировали, уверены, что мы отрефлексируем их вместе с членами Российского исторического общества и далее представим нашим коллегам. Если же мы с вами обращаемся, собственно, к самой необходимости и основным моментам создания базового УМК, то, безусловно, необходимо отметить несколько важных обстоятельств. Во-первых, и самое первое, это соответствие концепции истории России, на основании которого, собственно, создавался этот комплекс. Это научность, безусловно. Третий аспект – это учет дифференциации знаний, поступивших на первый курс студентов неисторических направлений подготовки. И проведенное тестирование первоначально это прекрасно показало, о том, что знания наших студентов, они варьируются. Кроме того, четвертое – это создание через работу со студентами атмосферы увлеченности, личной вовлеченности студента и преподавателя в создание новых знаний и получение новых компетенций. Это общие моменты, на что мы ориентировались для преподавателей, основной аспект. Ну, во-первых, возможность выбора формата работы. Вы все видели учебный комплекс, и вы видели, что там возможно конструировать на его основании в зависимости от модели образовательной деятельности, от формы проведения занятий, те виды работ, которые оптимальны для конкретного направления подготовки, для конкретного курса и с учетом даже конкретных особенностей группы. Во-вторых, мы предложили нашим коллегам попробовать форму модульной реализации дисциплины модуля, в котором и преподаватель, и студент играют
играют одинаково важную роль, как я уже говорила, по созданию новых знаний и компетенций. Для вузов это, безусловно, также и имело эффект определенный, и, собственно, способствовало, например, вовлечению молодых преподавателей, возможность распределение нагрузки и концентрации на первом-втором семестрах первого курса, в целом повышение уровня гуманитарной подготовки в вузе и формирование мировоззренческой среды среди первого курса студентов, перевести обучение максимально в очный, в аудитории вуза режим, и в методических рекомендациях, и в рекомендациях Минобра, написано, что это в аудитории обучения. И связано это в первую очередь с тем, что, безусловно, это мировоззрение и создание атмосферы взаимного понимания и взаимного продвижения вперед невозможно через сеть, возможно только при очном диалоговом формате. Возможность варьировать учебные планы. У нас 4 зачетные единицы, но предусмотрены разные варианты: итоговые, дифференцированный зачет, зачет, экзамен. В зависимости от, можно поставить консультации как аудиторную работу. Огромное количество вариантов, большое количество вариантов самостоятельной работы, которая проверяется в аудиторной форме и так далее. Кроме того, мы, как я уже отмечала, в настоящий момент можем уже подводить первые, самые начальные итоги реализации вот этих первых модулей истории России на первом курсе. И позвольте остановиться на нескольких результатах. Ну, во-первых, первый, на наш взгляд, положительный результат. В вузах появилась, и в кафедрах исторических появилась возможность значительно увеличить количество молодых исследователей и преподавателей. Я приведу пример. Я знаю, что в разных вузах по-разному, но в Южно-федеральном университете на постоянную работу у нас принято 9 молодых преподавателей. С ними заключены контракты, и это замечательно, потому что когда они пошли читать историю России, мы дальше выстроили целую систему. Я с коллегами делилась, у нас есть школа молодого преподавателя, и в школе молодого преподавателя проводится методика преподавания дисциплины истории. У них у каждого есть, вот коллега говорила о наставниках, есть собственный наставник, есть общий наставник, который их ведет. В этом году, это выбраны были они в июне, в этом году у нас есть еще возможность из 13 ассистентов на 0,1 ставки выбрать для себя, и у них такая соревновательная среда, потому что всех мы не возьмем, выбрать нам, а им попробовать себя в качестве преподавателей, в качестве ученых, и затем определить, скажем так, свое будущее уже вне университета. И это, безусловно, положительно, на наш взгляд. По Ростовской области более 20 молодых преподавателей пришли в вузы в этом году, до 39 лет, в том числе остепененные. Кроме того, повышается интерес студентов неисторических специальностей к истории. Поскольку речь идет о проектной деятельности и вот таком межличностном отношении с преподавателями, тесном взаимодействии, студенты, которые, даже те, которые приходили, там есть у нас инженеры, например, которые говорили, зачем мы двигатель сконструируем без вашей истории. После пары-тройки недель они, собственно, когда подход был у коллег, вот, а каким образом это все, хотя мы там об источниках, об историографии говорили, и они провели такой опрос и пришли к выводу о том, что гуманитарная составляющая, и в частности история, позволит им не просто сконструировать двигатель, а понять, зачем он нужен, к чему он может привести, и далее спроектировать дальнейшее даже развитие отрасли, и так далее. То есть для них это, для студентов неисторических специальностей и направлений подготовки, это такая большая гуманитарная составляющая, которая расширяет, не просто формирует их мировоззрение, но и расширяет их представление о собственной профессии в том числе. Заинтересованность преподавателя очень важна. Конечно, важен опыт. У нас коллеги говорили, мы 20 лет преподаем, мы знаем, что и когда сказать. Конечно, важен опыт, конечно, важна заинтересованность. Но важно еще и понимать, что современный студент отвечает, требует от нас других подходов.
Он требует вовлечения в обучение и требует практичности не в плане там, теоретика, теории и практика, а требует, он хочет понять, каким образом, что он, какое место он занимает вот в этой вот в истории, собственно говоря, почему и как происходят те или иные события. И, конечно же, положение преподавателя-историка и его роль в формировании этой личности по-прежнему и даже в большей степени очень увеличивается. Кроме того, этот курс, он увеличивает самостоятельность студентов. То есть, с одной стороны, мы их вроде как опекаем, с другой стороны, мы даем им задание искать источники, мы даем им задание работать с литературой, мы даем им задание сходить на определенную выставку, в определенную экспозицию посмотреть, мы даем им задание познакомиться с археологическими находками, потому что у нас одна из коллег, археологи, которые помогают нам вести семинарские занятия, привели в музей археологии и рассказали о том на примере, да, как развивалась история, и в том числе региональный компонент привлекли. И, безусловно, да, и они делали, собственно, проект, да, студента при контроле преподавателя. Таким образом, мы и самостоятельность студентов также увеличиваем. Что касается, да, хотела бы еще отметить про молодых преподавателей. Они, помимо того, что они включаются в научную деятельность, преподавательскую деятельность очень активно, но они еще и понимают, те, которые читают на неисторических направлениях, они понимают роль метапредметных связей. И в будущем это также строит их научную карьеру на другом уровне совершенно, потому что, вовлекаясь в эти междисциплинарные проекты, работая с детьми, да, они понимают о том, что и знания могут быть по-другому устроены. Коллеги, я бы хотела обратить ваше внимание на том, что будущее неисторических направлений подготовки, оно, безусловно, должно и дальше развиваться, тем более, что у нас с вами есть определенные заделы. Ну, например, да, если мы говорим о сегодняшнем и ближайшем будущем, то определенно можно сделать вывод о том, что востребованы такие и внеаудиторные формы работы, и аудиторные формы работы, например, как реконструкции. Реконструкции вовлекают студентов, не историков, значительно. Их ролевая такая позиция, она позволяет не только познакомиться с документами, с историческими документами, но и понять суть исторических процессов, которые происходят. Междисциплинарные проекты такого глобального плана. Ну, например, какую роль их специальность на каком этапе истории России сыграла, то есть как продвинула она исторический процесс, или какую, например, роль их специальность играла и как развивалась в ВУЗе. Это тоже значительный пласт работы с архивными документами разного уровня, с архивными материалами обобщения. Ну и, наконец, мы с вами понимаем, вот сейчас коллега выступающий говорил о том, что у них есть цифровые платформы. Безусловно, междисциплинарность и роль студентов неисторических специальностей и наша роль у них – это создание таких больших междисциплинарных проектов, которые могут помочь и нам, и им себя реализовать. Ну, например, вот такие платформы, либо клубы по интересам, а еще, ну, например, исторические, там, архивные или цифровая археология, например. Или хороший пример, у нас коллега занимается химическим анализом костных останков, да, и, соответственно, такая прорывная деятельность, почему бы нам не привлечь химиков и так далее. Мы студентов привлекаем. Коллеги, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что история, если мы раньше говорили о том, что у студентов неисторических специальностей история воспринималась как дисциплина, ну, она есть в учебном плане. Мы ее будем учить. Теперь, что нам говорят студенты? Они говорят, мы поняли, что без этого мы, ну, никуда дальше не пойдем, нам нужна прорваться, нам нужна эта гуманитарная составляющая.
Дальше наша с вами задача показать, что без истории у них просто нет будущего. Я уверена, что мы с вами, коллеги, с этим справимся. Спасибо. Мария Александровна, большое спасибо. Коллеги, продолжаем нашу работу. Приглашаем выступить кандидата исторических наук, директора Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации, исполняющую обязанности заведующего кафедрой всеобщей истории Северного Арктического федерального университета имени Михаила Васильевича Ломоносова Оксану Валерьевну Зарецкую. Благодарю, коллеги. Можно презентацию включить? Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые организаторы, сначала я хотела бы поблагодарить за возможность присутствия, за возможность выступить, представить Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова на этом значимом событии. В условиях трансформации системы международных отношений, формирование в западных странах культуры отмены, сомнительных социальных, культурных экспериментов, необходимо на настоящий момент актуализировать проблемы сохранения, укрепления исторической памяти народов России. Особенно важным это представляется в условиях постоянных попыток ревизии, искажения роли России в мировой истории. И такие явления, безусловно, запускают кризис идентичности и иные деструктивные процессы. Также они формируют очаги напряженности на границах нашей страны. Но на подобные кризисные явления можно ответить усилением исторического образования, при том как в средней, так и, естественно, в высшей школе, и сохранением исторической памяти как на национальном, так и на региональном уровне. Изучение истории родного края позволит приблизить содержание курса к интересам студентов и избежать излишней его теоретичности. К сожалению, преподавание региональной истории в школе и в ВУЗе встречается с целым рядом проблем. В масштабе страны оно представлено крайне неравномерно, и в некоторых регионах сталкивается и с недостатком кадрового обеспечения, проблемами встраивания истории региона в общий курс по истории России, недостатком учебно-методического оснащения, наличием неразрешимых концептуальных проблем по истории родного края. Ряд пособий, монографий, подготовленных ранее, устарели и не отвечают ни историко-культурному стандарту для школ, ни содержанию университетского курса, ни современным запросам общества. А в концепции преподавания истории России для неисторических специальностей важным аспектом является изучение истории страны в сопряжении с всемирной историей, а также региональной историей и отраслевой. Таким образом, региональной истории отводится значительное место и говорится о согласовании, гармонизации ее преподавания с общим курсом. Основным вопросом здесь является синхронизация истории региона и России, учитывая, что истории некоторых регионов Российской Федерации насчитывают многие тысячелетия, иные же были освоены лишь пару сотен лет назад. Соответственно, вопросы истории родного края зависят от кадрового, учебно-методического, научного потенциала каждого конкретного региона. И здесь я бы хотела представить опыт Архангельской области. Одним из сквозных направлений программы развития университета является выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, проживающих на арктических территориях. Формирование единого образовательного пространства обучения и воспитания дошкольников, школьников и студентов – это целостный процесс в университете, который базируется на традиционных ценностях, современных практиках и предполагает привитие любви к истории своей страны и края осуществлять систематически и на протяжении всего жизненного пути. И следует отметить, что региональный компонент в изучении истории реализуется в настоящее время в Северном Арктическом федеральном университете, начиная с дошкольного возраста. Для того, чтобы сформировать систему довузовского образования, САФУ занимается созданием детского сетевого университета «Арктический Сириус», и в рамках этого проекта с 1 сентября 2023 года учрежден Центр дошкольного образования «Сова», который модернизировали согласно требованиям. В программе данного проекта
Есть два вектора. Это культурологический, в который встроены знания по истории и культуре Архангельского севера. И, естественно, научный вектор, который реализуется через авторскую программу «Северята», включающую в себя модуль по арктиковедению. Еще одним немаловажным моментом, о котором я бы хотела сказать, это подготовка к 85-летию Архангельской области учеными САФО, учебно-методического комплекса «История Архангельского севера» для обучающихся 6-11 классов общеобразовательных школ. Притом данный ОМК, помимо учебных пособий, включает в себя и методические рекомендации для учителей, и хрестоматии с документами, статистическими таблицами, и историко-культурный атлас родины Михаила Ломоносова в истории России с древнейших времен, и несколько документальных игровых учебных фильмов. Этот ОМК по региональной истории считается одним из наиболее полных и лучших в Российской Федерации на настоящий момент. Он уже апробирован успешно во всех школах области. Но познавание интереса школьников к истории родного края происходит в САФУ в рамках профориентационной работы. Это, например, Олимпиада «Будущее Арктики», которая тоже у нас ежегодно проводится, для того, чтобы, ну, во-первых, закрепить молодежь в регионе, да, для того, чтобы они поступали в свой родной университет. Ну и, в общем-то, выиграв эту Олимпиаду, они получают некоторое преимущество при поступлении. Преподавание истории родного края осуществляется в САФУ для исторических и не для исторических специальностей, как и во всех остальных вузах, и каждое направление имеет свою специфику. Особое внимание к истории региона, истории русского севера и Арктики для исторических специальностей уделяется на протяжении всех лет обучения, и история родного края реализуется через преподавание дисциплин по выбору, ряд обязательных дисциплин, но помимо образовательной деятельности следует упомянуть также научно-исследовательскую, проектную деятельность по истории, например, работа в Государственном архиве Архангельской области, в музеях, которая направлена не только на исследование, но и на сохранение исторического наследия. То есть студенты организуют экскурсии, студенты организуют выставки, тем самым, в общем-то, принося еще и пользу городу и региону. И вышеназванные виды самостоятельной и внеучебной деятельности, они позволяют уделить внимание не столько образовательному, сколько еще и воспитательному компоненту, то есть развитие личности, патриота, гражданина России. И данный подход, он помогает повысить уровень мотивации учащихся к изучению актуальных вопросов своего края, формирует навыки исследовательской деятельности, способствует вовлечению обучающихся в практической деятельность и формирование их профессиональных компетенций. Для неисторических специальностей, после того, как уже был принят ВГОС 3+, реализовывалась дисциплина «История русского севера и Арктики», которая должна была актуализировать знания по истории России и углубить понимание истории региона. На настоящий момент с 2023-2024 года реализуется преподавание истории России, и внутри этого курса преподается история родного края, а также история преподается на втором курсе для неисторических специальностей через общеуниверситетские дисциплины по выбору. О них я скажу несколько позже. Так как одним из способов актуализации исторической памяти общества является знакомство каждого человека с культурным наследием того региона, где он живет, то в этом случае, конечно, велика роль музеев, ее сложно переоценить, поэтому музейная деятельность и проведение занятий в музеях, в том числе для неисторических специальностей, активно используется у нас в университете. Помимо городских культурных учреждений, в образовательном процессе и в неучебной деятельности преподавателями активно используются музеи САФУ. Их вы видите на слайде, то есть студенты могут их свободно посещать в рамках как учебных, так и внеучебных занятий и готовить, предположим, проекты.
так как в рамках изучения истории России для неисторических направлений подготовки и в качестве контроля текущей успеваемости используется работа над проектом по истории региона. Студент сам может предложить тему в соответствии с направлением подготовки, либо он может выбрать эту тему из того перечня, который ему предлагается. Я не буду перечислять темы, вы их видите на слайде. Тем не менее, работа над проектом позволяет актуализировать познавательный интерес студенческой аудитории к истории родного края и насыщает образовательное пространство образами, эмоциями, впечатлениями и создает у студентов ощущение сопричастности к жизни и прошлому своих предков. Но на первом курсе для студентов неисторических направлений подготовки изучение истории не заканчивается. Расширение содержания истории региона для студентов всех направлений призвано решать общеуниверситетские дисциплины по выбору. То есть здесь тоже на слайде присутствуют те несколько дисциплин, которые студент может выбрать на втором курсе. Необходимым условием для реализации истории родного края в вузах представляется не только учебно-методическое, но и научное обеспечение, так как региональная история является важной и неотъемлемой частью исторических исследований. Российское государство имеет уникальный многовековой опыт освоения развития арктического региона. И для России Арктика – это стратегически важный регион, это источник национального богатства, это драйвер развития наукоемких отраслей и неотъемлемая часть идентичности страны, ее этнокультурного и языкового наследия. И в этой связи большую актуальность представляет обращение к историческому опыту освоения и развития Арктики как стратегически важного региона для России. Последние фундаментальные обобщающие работы по истории арктического региона в нашей стране были изданы в конце 1960-х годов. Таким образом, на сегодняшний день назрела необходимость не только комплексного изучения и концептуализации послевоенного и российского исторических этапов развития Арктики, но и переосмысления более ранних периодов в контексте геополитических, технологических, социально-экономических вызовов. И это исследование, оно могло найти бы отражение в научно-популярном издании по истории Арктики, сборнике документов и в учебном пособии, а также хрестоматии для студентов как средних, так и высших учебных заведений. Северный Арктический федеральный университет обладает уже сложившимся междисциплинарным коллективом ученых, которые на протяжении более 10 лет занимаются вопросами Арктики. Ими создана шеститомная Поморская энциклопедия, последний том посвящен Ломоносову, вышедший в прошлом году. Также по запросу общественности в 2022 году был опубликован труд «Родина Михаила Ломоносова в истории России. Архангельский север с древнейших времен до наших дней». 26 мая 2023 года в Доме Российского исторического общества на круглом столе, посвященном истории российских достижений в Арктике, было высказано предложение о создании истории российской Арктики. И здесь я бы хотела отметить, что СОФУ готов выступить ведущей организацией по проекту при сотрудничестве с Российским историческим обществом, ведущими специалистами из вузов, из научных институтов Российской академии наук, из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Северо-Запада России, всеми, кто заинтересован в истории арктического региона. Помимо значимого вклада в изучение истории Арктики, реализация данного проекта будет способствовать расширению возможностей для преподавания истории региона в образовательных учреждениях. Я благодарю вас за внимание и еще раз хотела бы поблагодарить организаторов, а также я хотела бы пригласить всех участвующих в форуме, всех заинтересованных в региональной истории, в преподавании региональной истории 5 декабря в Северный Арктический федеральный университет, где будет проводиться конференция «Историческое образование в школе и в ВУЗе. Региональная история в контексте преподавания истории России». Организована она будет Министерством образования и науки Архангельской области, Северным Арктическим федеральным университетом. Приглашаются как преподаватели вузов, так и школьные учителя. Будем вас очень рады видеть у нас. Благодарю.
Большое спасибо, Оксана Валерьевна. Уважаемые коллеги, сейчас вашему вниманию предлагается презентация проекта «Морской коч. Забытая история русского освоения Арктики 16-17 веков». Приглашаются Анастасия Алексеевна Руденко, директор фонда «Таволга», и Василий Васильевич Новиков, руководитель проекта фонда «Таволга». Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое за возможность выступить на конференции с проектом и в таком прекрасном месте, как Тобольск. С докладом буду выступать я. Директор фонда поддерживает меня из зала. В целом, можно следующий слайд? В целом, Фонд развития науки и культуры Таволга занимается разработкой и поддержкой самых разных проектов в области гуманитарного знания и искусства с отдельным акцентом на исторические проекты. Наши вообще направления охватывают и современное искусство, и создание концепций для выставок и продвижение актуальных вопросов исторического современного знания, где отдельное внимание уделяется работе именно с проектами из регионов России. Для реализации проектов мы используем самые разные инструменты, среди которых и разработка интерактивной среды, и иммерсивные коммуникации, игровые механики, мобильные решения. То есть все то, без чего работа с молодежью, школьниками, подростками, ну, сейчас, наверное, невозможно уже. Следующий слайд. Нашей особой миссией мы видим для себя решение задачи по популяризации гуманитарного знания через развитие вот так, комплексных образовательных проектов и таких больших лекционных программ с созданием прикладных программ для школьников, для детей, а самое главное с подходом, небольшим таким нестандартным подходом к этим решениям. Здесь мы стараемся направлять наши программы на самые разные возрастные группы, и кроме того, в последнее время мы очень много внимания уделяем работе с людьми с инвалидностью, то есть с различными группами с инвалидностью. Каждый наш проект в итоге носит такой некий междисциплинарный характер, сопровождается обязательным комплексом этих самых образовательных мероприятий, просветительских, с большой рекламной и пиар-поддержкой, и этому уделяем особое внимание. Ну, среди самых ярких проектов можно отметить выставку «Сносибири», которая прошла в Москве и планируется к продолжению в других регионах России. И, пожалуй, самый широкий спектр научных и научно-популярных исследований в области исторического знания по разным направлениям, которые охватывают и направлены на самую широкую аудиторию. Следующий слайд. Сегодня я хочу представить в продолжении, наверное, предыдущего докладчика, проект, который называется «Забытая история русского освоения Арктики в 16-17 веке». Основная цель проекта и наша идея – это создать некий информационно-образовательный портал, ну, это как бы первый его этап, для широкой аудитории, школьной, студенческой, преподавательской, где на основании последних открытий и достижений в области исследования русскими мореходами Арктики и Сибири в 16-17 веке, мы представили эту информацию совершенно в новом и комплексном виде. Это проект планируется как некая площадка для дополнительного образования. Ну, основной задачей нашего проекта мы видим такое устранение некой исторической несправедливости, когда открытие Сибири и Арктики не ставится в ряд великих географических открытий. И следующая такая важная задача – это презентация материалов об истории освоения Северного морского пути, который в настоящее время играет, ну, пожалуй, ключевую роль в жизни северных регионов, ну и внутренней торговле, и во внешней среде, то есть во внешних коммуникациях за пределами России. Партнерами этого проекта уже выступил Институт археологии Севера, НПУ «Северная археология», Сургутский университет, Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и музейный комплекс «Нефтеюганска». Здесь к участию мы постарались привлечь большое количество специалистов, которые уже более 20 лет изучают этот вопрос, эту проблематику разными методами. Следующий слайд. Ну, одно из такой научных точек этого проекта – это результаты археологических и исторических исследований такого известного центра международной торговли, Мангазея. И именно из этого пункта первопроходцы осваивали пространство Крайнего Севера. И именно здесь, благодаря природной среде, особому состоянию культурного слоя, до нас сохранились огромное количество органических материалов, среди которых важное место занимают как раз фрагменты кораблей, так называемых кочей, коч как основной транспортный, такое основное транспортное средство для освоения Крайнего Севера и Сибири по рекам и
каботажному так называемому плаванию как раз в 16-17 веке. Сейчас эта коллекция насчитывает сотни деталей, и они разделяются на несколько вариантов судов даже. Следующий слайд. Структуру проекта мы делим глобально на два этапа. Первый – это вот портал, в которых должны войти несколько блоков. То есть исторические реконструкции художественные быта, жизни служилого населения России и местного населения Сибири. 3D-музей с отдельными находками, деталями судов и этнографией. Реконструкция создания карт материала, то, чего всегда не хватает в процессе образования, потому что карты у нас всегда нужны новые, их должно быть много. Мы отдельно предполагаем разработку интерактивных программ для школьников и детей, чтобы они были вовлечены в этот процесс изучения. Ну и, конечно, большая лекционная программа от специалистов, которые могли бы записать свои видеолекции, выступить и оставить в формате онлайн, большой курс для ознакомления вообще широкой аудитории с этой проблематикой. Ну и, конечно, к этому добавляется та литература, которая уже выпущена или выпускается по данному вопросу. Следующий слайд. Если говорить о результатах, то ожидаемых от этого проекта, то мы хотели бы ввести в оборот огромное количество накопленного материала, который, ну, на наш взгляд, находится в некотором разрозненном как бы формате и очень тяжел для поиска для людей, которые, ну, не профильно погружены в контекст исторического изучения. Мы хотели бы, с одной стороны, создать там коллекцию 3D-судов, этих виртуальных кочек, которые использовались для освоения. Ну и самое главное, сформировать вот эту вот устойчивую преемственность изучения и освоения Арктики в 16-17 веке, связать ее с существованием современного Северного морского пути. Следующий слайд. И в конечном итоге мы хотим прийти к проведению большой выставки, причем эта выставка должна пройти не только там в Москве, но и в, скажем так, регионах интереса, где мы бы хотели, опираясь на наш уже опыт, существующий по созданию выставок, построить и создать большую модель этого корабля, потому что есть инженерная реконструкция на основании археологических находок, и сделать это, как обычно мы делаем эти проекты, уже тактильными, иммерсивными, чтобы человек мог погрузиться в этот процесс и поставить эту выставку, сделать ее крайне нестандартной. Но это такая глобальная цель, к которой мы идем на втором этапе. Сначала образовательный процесс. И в качестве такого заключения я бы хотел отметить, что вот этот самый проект, он может стать площадкой, где молодежь не только из высших учебных заведений, но и школьники, и дети могли бы быть вовлечены в процесс образования. И здесь вот такое содействие, может быть, от Министерства образования и профильных структур, а также интересантов, которые могли бы подключиться к этому проекту. В любом случае, нам кажется, что вот именно такое интерактивное взаимодействие с молодежной аудиторией могут сделать и сам предмет этого изучения, сам процесс этого изучения максимально интересным, где будут, где все получат, ну, нужный результат для этого. Спасибо за внимание, и всем, кому интересно, мы с удовольствием приглашаем к сотрудничеству, готовы это обсуждать. Спасибо. Большое спасибо, Василий Васильевич. Уважаемые коллеги, наш форум подошел к концу. Благодарим всех за искренний интерес, за участие. И, конечно же, до новых встреч!